Снимаем проституток через Facebook. Суровый бренд города Иркутска. Развеиваем сомнения по поводу оператора New в JavaScript. Развеиваем сомнения по поводу погнали. <свист> Я думаю, развеиваем сомнения по поводу проституток. <свист> да, это тоже... Это, это когда в GTA будем давить проституток, будем развеивать по их поводу сомнения. В общем, всем привет, с вами подкаст «Суровый веб» проект веб Дизайн». Сегодня у нас уже 23-я, ночь с 22 на 23 мая, и по Челябинску 20 минут первого, выпуск номер 166. <свист> да, мне кажется, мы записывали подкаст, когда еще шел снег, а сейчас мы уже записываем, когда ну реально в футболке можно ходить. Да, это как с теми шутками, что у вас хлеб прошлогодний. Вот у нас уже как будто прошлогодний подкаст, потому что такое ощущение, что целую вечность у нас не было вместе с вами, уважаемые подписчики. И надо сказать, мы соскучились, и мы к вам не просто так, не с пустыми руками. А ну с... знаешь, я я понимаю, но ты знаешь, что самое главное? Вот у нас сегодня такие темы, как будто мы знаешь вот вот много у нас еды скопилось за это время. И мы самое вкусненькое сегодня отобрали. Вот самое прям... Mm -hmm. А я думал наоборот. У нас много еды скопилось. И говорит, вот мы не купим ничего нового, пока суп старый не доешь. Ну, Но это у тебя с, такие темки. С у меня самый Да, ну и похрен, что с кислицой надо доесть его, главное. Не выкидывать же просто так, не сливать в унитаз. Поэтому вот, -вот За... у меня на самом деле темки с душком, конечно. Я не, не могу похвастаться супер классными. Я... Все можешь... классное тебе было отдано. Я, я просто... так и понял, да. Ты, видимо, мне все отдал, самое вкусненькое. Я, я уже просто привык терпилой по жизни быть. И Я вот, видимо, уже теперь на все это проецирую после всех рабочих моментов. Так что да. Ну, хорошо. Мне, в принципе, нравятся мои темки, поэтому я ничего не могу сказать. Ты мог бы себе тоже вкусные отобрать. У нас были бы с тобой у обоих вкусные, но, видимо, у кого-то должно быть с душком. Вот именно. Потому что когда у ребенка отбираешь конфетку, все равно ребенок грустный остается. Вот у меня конфетку отобрали и суп мне так оставили с душком и все. Тем более, вот ты бы видел, а зрители наши видят, слушатели, просто представьте. У меня 34 каунтера на почте. То есть, чтобы сегодня темки появились на свет. Угу. Откуда берутся де дети? Вот Как дети, только темки. Откуда берутся темки? Вот сегодня темки были из, прошло из прошлоразового темок, из, из старых темок, из новых угу. темок, и из того, что нам патроны прислали в патроновском чатике. Вот это я не мог обойти стороной никак. Но зато все рассылки за две недели я так и не посмотрел. Потому что если бы я их посмотрел, мы бы сейчас только еще начали к ним готовиться. Ну, погоди, 34 это не так уж и много, ты говоришь. У тебя раньше по 100 было. Ну, понятно. Но, слушай, даже 34 для меня сейчас это уже просто нонсенс. То есть обычно я к каждому подкасту к нулю этот счетчик сводил, все просматривал, но в этот раз просто уже... Ну, в этот раз как ты как не посуду вот оставил немытую. Вот так же темки Ну, вот да. И суп поэтому у меня остался. Ладно, все. Начинаем. Короче. Первое. Представляешь, Марат первая. Предложенная тема сразу же. Если кто-то вот первый раз нас слушает вдруг, то нам можно предлагать темы. И вот одна из них это предложенная Чуваком-маратом неким тема: Будущее дейтинга Facebook, новый этап для рынка или новый Uber, Uber для проституток. Причем он профессионально предлагает тему прям в свой ник. Да, конечно. Чтобы подумать, нам пришлось чуть-чуть. Он нас на смекалку про проверяет. И мы, надо сказать, прошли Вообще, проверку. у тебя Марат Я только, знаешь, сейчас только вот. это есть сказал, песня что песня Марат у это чувак. На улице Я вспомнил, что у нас с тобой так, был вообще знакомый. А у тебя есть какие-то Лучше бы его не было, но, допустим, который... Марат. Да, без, без имени Марат, слава богу. Который говорил, что его бесит слово «чувак». Вспомни, понимаешь, да, о ком я? Который осу кепкой убил. И да. типа он просил его чуваком не называть. Вот, представляешь, сейчас Марат тоже, он клинок обнажит свой, <сих> и скажет, что он тебя найдет и зарежет после того, как ты его чуваком назвал. Потому что как-то мне очень инородно прозвучало рядом с именем Марат слово чувак. Ладно. <сих> <Хорошо>. <сих> В общем, тем не менее, Марат предлагает классную тему. Надо его похвалить за это, потому что тема, хоть и с vc.ru, но интересная и смешная. Короче говоря, представляешь, скоро... Скоро. Так как было в, на великолепной конференции F8, та самая конференция, где только фейсбучное все, mm -hmm. и где выходит Марк Цукерберг, как э, машина уже, как рептилоид, как кибер-рептилоид выходит, начинает вещать. Они там пообещали, все, мы сделаем в Фейсбуке дейтинговую систему полностью. Mm -hmm. А и все сразу встрепенулись, понимаешь? То есть Фейсбук, это же для западного рынка, то есть для американцев особенно, это же все, это жизнь. Это как у нас, не знаю, если как у нас сложить Телеграм и ВКонтакте вместе, запрещенная организация, естественно, Телеграм, э, вместе вот это сложить вместе. Для, и вот так вот для России, вот Facebook это еще больше для Америки, чем вот это то, что я сказал для России. И самое главное... Что, мне кажется, уже каждый вот в Америке имеет не по одному аккаунту в Фейсбуке, и, со, и, соответственно, он сможет просто взять и сдейтиться с кем-нибудь при помощи вот этой новой фишки. К чему это нас ведет? К чему это нас ведет? Точнее, не нас, а вас. Не нас, а америкосов, вот этих пиндосов. Нас-то, понятно, уже ничего не ведет, мы уже Фейсбук вот не куда -то. У нас в России, скорее всего, Facebook это максимум, с кем ты сможешь задейтиться, это с какими-нибудь э, политическими чуваками, оппозиционными чуваками, возможно, и э, ну, с своими друзьями из Америки, опять же. Что, в принципе, тоже достаточно важно, как мне кажется. Задейтиться с какой-нибудь женщиной из Сан-Франциско, возможно, уже престарелой, и yeah. продолжать с ней знакомство. Вот, да. Смотри, что еще я хочу сказать. Короче, чувак здесь описывает, что мы получим. Я так понимаю, чувак крутой, из проекта loveplanet.ru, то есть из такого же дейтингового сервиса, по сути. А чтобы я понимал, loveplanet.ru — это... Ну да, .ру же. Хотел так спросить, это международное дерьмо или нет. Но, во-первых, ключевое слово тут дерьмо, а во-вторых, видимо, не международное, Наверное, у них есть приложение, но мне кажется, все началось с сайта у них. Все начиналось у них с сайта loveplanet.ru. Ну, мне даже друг про него не рассказывал, поэтому я ничего не могу сказать по поводу, так сказать, вообще. Ну, наверное, у них есть приложение, потому что было бы. Ну, было бы как-то логично сделать приложение для такой штуки. Короче, он комментирует: что будет, если в Facebook. Euh, Сделает дейтинговую хрень. Uh -huh. Первое новый этап развития сервисов дейтинга, он считает. Uh -huh. Что блин, вот короче, э, типа онлайн-знакомства, они уже как бы такие загнанные, э, лошади, которых пристреливают. Они уже не понимают, как, куда расти, как развиваться. И тут Facebook на приходит лидирующий, такой лидер, понимаешь, один большой, огромный. То есть те вот эти все тиндеры, баду, хринду, они не знают как, они не делят рынок, а тут просто такую, знаешь, мощная такая тварь приходит, рептилоид, опять же, кибер, и прям диктует, как развиваться рынку. Это первое. Второе. У баду и тиндера отвалится часть пользователей, считает чувак из Love Planet. Причем э -э, у Love Planet он считает, что не отвалится. Говорит, ну, типа, понятно, что у Тиндера там это в основном большая часть аудитории. Вот, типа, что они все перейдут в Facebook, потому что будет просто. Потому что не надо будет дополнительный вот этот сервис Тиндера э, ставить, если у тебя уже есть Facebook, А Фейсбук как бы есть у всех. Ну, там, вот, да, я только хотел сказать, что людям очень легко это все делать, потому что людям таким, как Фейсбук, у которых есть уже живая аудитория... Что mm -hmm. я бы на их месте делал то же самое. любой сервис, который предложит Facebook, он изначально стрельнет. И тут уже дальше делать техники, так сказать, сделать его просто не ущербным, не куском тупого говна, а, ну хоть сколько-нибудь более-менее нормальным. А аудитория уже сама не отвалится просто и все. То есть им, конечно, сейчас очень легко запускать какие-то новые плюшки и так далее. Но а про проституток-то yeah. будет или нет? Конечно, пойдем дальше. Yeah. Смотри, yeah. третье. Чувак из Planet считает, что знакомиться в дейтинге теперь будет не стыдно, потому что Facebook есть у всех. То есть тебе не надо дополнительно, знаешь, вот это пройти вот эту грань стыда, когда ты. Когда кто-то видит у тебя Тиндер. Да, да, да. И блин, ты что в Тиндер? А так Facebook. И все. А у тебя хоп там мужчина познакомился с мужчиной. Вылезает пуш, и ты такой, Вот. Четвертый пункт. Нишевое приложение очень сильно выигрывает, считает чувак из Love Planet. Это, видимо, он намекает на себя тонко на свой loveplanet.ru, но вообще он говорит про те сервисы, где, знаешь, знакомства, то есть люди, они поймут, что, в принципе, есть знакомства. То есть, знаешь, типа раньше аудитория была такая, не, еще не, они не до конца осознавали, скажем так, они люди. Uh -huh, вот мы так. как рептилоиды с тобой рассуждаем. А Мы-то мы мы давно все осознаем, согласен. Мы-то давно уже все осознаем, да. А вот они еще не осознавали, что, понимаешь, дейтинг — это классно. И теперь для вот этих вот нишевых приложений, где дейтинг не просто дейтинг ради того, чтобы встретиться в ресторане, да? Uh -huh. А какой-то узконаправленный дейтинг. Например, задейтиться, чтобы пойти половить рыбу, например. Да? Wow. Или там поиграть в World of Warcraft. Вот, да, мне а тоже именно семью. этот пример например. хотел прийти в голову, чтобы поиграть в да. World of Warcraft. Так вот, и... Это будет круто, потому что аудитория поймет, что а классно, ну да, хочу, в принципе, классно в Фейсбуке сделан дейтинг, но я вот хочу что-то более извращенское. И идет, ищет более То есть, грубо дела. говоря, так. Фейсбук этим дерьмом популяризирует дейтинг вообще в принципе. Он его сделает да. не стрёмным и за счет этого появятся и нишевые дейтинги, просто потому что уже это будет типа не стрёмно. Я понял. Да, да, да. А дальше перейдем к прикольчикам, приколюшечкам. Так. И пятое, вот к чему Facebook придется приготовиться вообще что с чем столкнется Facebook во-первых понятно количество взрослого контента которое увеличится wow. а, просто там не знаю все будут писки друг другу присылать как на это посмотрит Марк Сукерберг, опять же который как всегда просто с другой стороны будет все 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 это прочитывать и все ну да да здесь смешные на самом деле приколы на VC.ru. короче что типа Марк привет хочешь посмотреть на мой банан мне лучше посмотреть на мой авокадо Тут как бы здесь вот везде картиночки, и каждому пункту, скажем так, подрисована картиночка с Марком Сукербер. Именно Марк будет в дейтинге участвовать непосредственно. Ну это, это да, это, это смешно. Типа будет большая волна спама, потому что можно было хоть кому, любому чуваку, то есть дейтиться можно mm -hmm. будет с чуваком, даже с которым ты не зафрендился. Соответственно, ты, тебе будет э, валиться спам Типа, привет, Марк, ты очень симпатичный Спасибо, отвечает Марк А будешь еще лучше, если купишь крен для потенции Из шерсти тибетских летучих мышей Адрес сайта у меня в профиле Link in био, короче говоря, полный Вот Скам может выйти на новый уровень Это имеется в виду, что просто К тебе будут чуваки докапаться, типа красавица Вот так вот, только Марк, можешь выслать Немного денег, знаю, у тебя есть естественно. Марк, естественно, есть, я думаю Немного денег ну, так. ну и да, проститутки, конечно же, поле, абсолютное поле для секс-услуг, для жриц любви, как здесь написано, потому что, ну, представляешь, люди, которые занимаются секс-услугами, возможно, даже не напрямую, а какой-то аккаунт мамки имеют, например, они же могут сдейтиться с чуваками, смотреть <свят> на их интересы, тем более, понимать их, понимать, какие кто бабки зарабатывает соответственно этому, да, угу. и э, ну практически продвигать свои услуги с помощью Facebook, понимаешь? Слушай, я вот так тебе скажу, я где-то недавно видел, мне, возможно, друг показывал. может быть, я видел, я не помню уже даже. Ага. И там где-то тема, что то ли съем квартир был замаскирован так. как проституток. Там еще типа, знаешь, таким эфемизмом написано, что типа там Вплоть до, вплоть до того, что все дверные проемы обработаны резиной и типа все, uh -huh. ну там реально, там настолько эфемистично написано и по факту ты в сервисе типа Авито, только там не Авито, а Авито жилье, ты просто проститутку снимаешь и все, то есть они настолько замаскированно там это сделали, но как бы смешно. Блин, ну слушай, я это видел с э, приставкой, типа, Во, где БАО предлагает точно, приставку. точно, все контроллеры, что-то да-да-да-да-да-да. То есть это, возможно, ты моему другу скидывал, или твой друг моему, я не помню уже. Я раз я не не сейчас какой об одном да. говорим. Какие-то друзья, каким-то, да. Вот, поэтому, ну вот такая ситуация. На самом деле, конечно же, вопрос остается открытым по поводу того, что люди, которые любят дейтинг и скидывать письки... Они любят скидывать писки все-таки не всему миру и не ФСБшникам, да, не FBI, а mm -hmm. все-таки тому человеку, которому скидывают. И тут вопрос вот с недавним скандалом по поводу секьюрности вообще Фейсбука и то, что Марк Цукерберг отдает постоянно всю Ну там инфу, смешно, да, вай. что он там перед сенатором сидит, там много мемастиков было, где он именно такой грустный сидел там в костюмчике, что-то отчитывался. Да, Когда да. он, типа, вот. что-то то ли в андроидном приложении он звонки хранил, то какой-то там реально зашквар у него заметили. Ну там жесткая тема была. Я, кстати, не помню. Вот, честно говоря, не, не, не. я только видел мемы, где он сидит, и постоянно ему пририсовывают, что он киберящерица опять же. Что... Кстати, в общем, посмотрим. Ну, чтобы ты видишь, это здесь будет. написано: сразу же после конференции акции Тиндера упали на 20%. То есть да? вообще-то чё... рынок отреагировал, типа вообще-то они там охренели, да. И, кстати, чувак из Тиндера, причем. Там, не чувак, причем там, по-моему, женщина в Тиндере. О -о -о. Она сказала, что типа, да и как бы еще. Все, мы как бы готовы к конкуренции. И все такое. Тут непонятно, сильно ли они готовы. Может быть, это просто была какая-то, знаешь, храбрость. Ну, им надо хоть что-то такое сказать. Если они даже такого не скажут, то уже сразу на 50% акций упадут. Да. То есть. Да. Напишите в комментариях, будете ли вы дейтиться в Фейсбуке и с кем. Вообще, да, будет ли это для вас удобнее? Давайте пофантазируем, если бы был дейтинг ВКонтакте. Хотя ВКонтакте это уже такая перекати-поле довольно-таки, там, наверное, все Я уже... думал, это и так один большой дейтинг, ты скажешь. Хорошо, давайте так, в Телеграме было бы удобно вам дейтиться или нет? Ну хотя так, господи, в Телеграме все было бы удобнее. Запрещенное, естественно, в, в России. Запрещенная, да, группировка абсолютно. Мы не призываем ни в коем случае, но какой-нибудь дейтинг-бота, я думаю, уже тысячи миллиардов раз написали для Телеграма. Возможно. И в нем даже наверняка очень удобно все. Следующая тема у нас, между прочим, еще главнее, чем про Facebook и проституток. Это наши с тобой проститутки, о которых мы сейчас поговорим. Во-первых... Давай так, это мы проститутки для этих людей. Они нас сняли просто 300 за месяц и отдали Абсолютно, да. Но мы с тобой хотим получить, скажем так, нашу вот эту вот мизерную зарплату за час. Точнее, за три часа нашего подкаста. Которая, между прочим, тоже практически как за ночь, потому что пишем мы уже в пол первого ночи. <laughs> так вот, <смех> э, <смех> хотим, хотим получить хотя бы в виде э, того, что вы заплатите э, бабло в SmartApe, то есть smart. -ape. Купите себе хостинг, наконец-то. Не просто м, отдадите нам бабки, знаешь, как вот на ветер выкинете, а, а еще и хостинг себе купите и по нашей реферальной ссылке зарегистрируйтесь. uobdesign.ru.smartape, как обычно, заходите изучаете предмет на вопрос, на сколько, на год взять, на два года взять, на сто лет взять, и берете. Потому что вот нет ничего в нашей жизни более нужного, чем стабильный хостинг. Вы ведь на нем даже, вы задумаетесь, ладно хостинг, да, если, ну вот, если использовать просто там VPS, ку виртуалку какую-то, как веб-сервер. А представьте, вы на нем можете DNS-сервер свой поднять. Да, и просто реально как-то это все перенаправлять, что какие домены, на каких айпишниках и так далее. Это же классно. Кто... Хотя с учетом того, что есть бесплатный DNS у Яндекса, это не так уж и классно, но это все равно прикольно. Можно обкатывать любое дерьмо, которое вы... Можно обкакивать любое дерьмо? Да, пишите свои там микросервисы, что-то это. Представьте, целая виртуалка где-то в Москве в супердата-центре с бесконечной доступностью, с любыми ресурсами, которые вы только оплатите. Вообще это mind если вот так посмотреть. Особенно сейчас, когда каждая домохозяйка уже может микросервис свой на ноде написать и как раз же телеграмовского бота к нему просто подсоединять, и все. Поэтому я считаю, что вы... Просто вы, вы ваша жизнь мимо вас проходит, если вы все еще это не попробовали вместе с нами и со SmartApe. uwebdesign.ru.smartape Да. Еще, кроме этого, я вам скажу такую вещь. Во-первых, patreon.com.uwebdesign это же как бы то, к чему мы вас призываем постоянно. И самое главное, я вот боюсь, что пока мы не записывали, там, возможно, упали немного акции на дизайн. Так ли это? Н не разочаруй меня. Слушай, нет. Вот количественно мы растем. Уже 43 человека может нас а называть своими проститутками. Качественно да. происходит некое выравнивание. То есть здесь как с биткоином. Но сначала у нас бычий тренд, появляются люди по 25 долларов, которые нам башляют. а потом хоп, и мы коррекцию славливаем, потому что они либо отваливаются, либо меняют свою ставку на 2 доллара. Mm -hmm. И потом внезапно по чуть-чуть появляются еще новые люди по пятаку, по десяточке, по два, и как-то это все плавненько опять же растет вверх, но вот с такими коррекциями. Здесь все по законам рынка нашего так сказать да. патреоновского рынка, поэтому я считаю это все нормально, особенно с учетом того, что целую неделю нас не было, кто-то может быть разочаровался, кто-то думает, что его водят за нас, но черт возьми нет, уважаемые патроны, мы просто застряли, в космическая пыль попала в наши двигатели и мы где-нибудь под Альфа центаврой застряли, как герои. Как Альфа самцы. Как от Центавра самцы даже. Как центавры, да, кентавры. Как, как центавры. Короче говоря, давай еще раз быстренько скажем, какая польза вообще от Патреона не, не нам в смысле, а людям нам-то понятно. Нам никакой. А абсолютно. Люди. Это так это... просто нам прикольно это делать, да. Во-первых, вы просто становитесь классными чуваками, потому что, ну, просто слушать это, окей, но вот знать, что ты как бы часть комьюнити, это всегда круто, поэтому patreon.com slash дизайн Там есть э, такие опции для вас, как, например, получить подкаст заранее, за день. Как, например, сидеть в чатике патреонов, предлагать свои самые какие-нибудь безумные, извращенские темы, которые будут рассмотрены в подкасте. Вот например. это я считаю бесценно. Это, это действительно круто. Вы можете прям нас потрогать за мягкое место и сказать... Абсолютно. Вот вам, конечно, не нравится там обсуждать вот такое... Такое, но такое. я как патрон имею право просто и можете давайте. просто оскорблять, вот меня можете, вот в обычном чатике, о котором я поговорю дальше, его дизайн, вот напишите, я даже вот не увижу, потому что вот, ну как сказать, ну там мало ли кто меня оскорбляет, да, а в патреоновском, там понимаешь, не так много людей, там просто можно написать Никита Лох, да, и, и хочешь не все... хочешь Никита это прочитает и поймет, что а он Никита лох, лох, да, 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 действительно пойму. Короче говоря, patreon.com точка его дизайн Заходите, смотрите и донайте, опять же. Короче, сайт uwizent.ru, кроме, кроме этого у нас есть. Там есть регистрация. Можете оставлять свои темы и можете донатить. Донатить на slash donate, как обычно, традиционным способом, как я говорю, миссионерским способом. Доната. Вот. Это все тоже смотрите. Ссылки все есть в описании, естественно, как обычно. Можете заказывать рекламу на work -собака ру, Если вы ну, хотите чего-то большего, опять же, для своего бизнеса, возможно, для своей веб-студии Возможно, вы Артемий Лебедев, о котором мы еще поговорим сегодня Хотите на дизайне прорекламироваться, то work -собака ру Пишите, короче И мы с вами обкашливаем вопросики, подскакиваем кабанчиком Фуры с Владика выезжают у нас и, ну, и, и вообще, да. да, у нас мы очень любим таких людей, которые нам пишут на ру, потому что это люди, которые ток-бизнес. Они вот не в воду в ступе толкут, а они на полном серьезе прям вот ä, хотят. Они просто хотят сделать свой бизнес лучше, а с нами это как никак получается. Как-то с кем. Да. И у нас есть телеграм, конечно же. Телеграм-канал, телеграм-группа. Mm -hmm. Все это есть на yuube slash about опять же, то есть на сайте. Все ссылки там есть. Я думаю, что вы не затупите, если вы достаточно умные, чуваки. Вступайте в группу, заходите, короче, общайтесь, балдейте, подписывайтесь на новости, опять же. Все будет круто, короче. И стикеры в ВК, стикеры в ВК, VK, vkcom slash Можно заказать. Можно заказать. И самое главное, самое главное. Уже разберите их все, потому что хочется новую партию, понимаешь, сделать. А все еще тот. С, вот серия номер один: все еще у нас есть. И я думаю, что она будет скоро действительно антикварной. Ее можно будет на eBay продавать за миллион долларов США. Поэтому успейте ее купить вkcom Да, Вы можете даже успеть, там они еще не все разрезаны. Но... Они еще есть некоторые. Не в бустерах, кусок, как как презервативы по несколько штук в одной такой сложенной линии. Слушай, И... давай так, давай так, смотри, 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 давай так. Беспрецедентно, кто сейчас закажет uh -huh. э -э стикеров, короче, от... Э кто закажет дизайна, стикеры в пачку, тут получит водокачку ты? Просто, кто вот... Давай 10 человек, давай uh -huh. 5. 10, что я uh -huh. Значит, короче, сжать, жад, жадный максимально. Давай 5 чек, вот эти 5, 5 чек первые, которые сейчас закажут, uh -huh. им в подарок еще один стикер у Games. Ну давай, как в телемагазине. Слушай, мне нравится. <laughs> еще книгу рецептов. <laughs> я сказал, что мы скатимся до этого. Просто <laughs> <laughs> им щеточку подавим вот эту, знаешь, которая нахуй не нужна. И щеты тима. еще, потому что как-то ты щеточку... Знаешь, <смех> мне <смех> щеты сразу в голове вот всплыли. <laughs> 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 Щеточка. Ну слушай, давай, я, я, я не, не накладываю вето, я просто накладываю <laughs> на, на то, что ты сказал. <laughs> Надо не забыть только об этом. Вот, поэтому давайте, пацаны, надо разбирать стикеры. Мы переходим к дизайну. к дизайну. Первая была не дизайновая, она такая была типа развлекательная. Вы же любите про проститутов, про секс-роботов, про мошонку. Это уже дизайн. Это уже непосредственно. Мы уже наши, так сказать, наши интересы уже на наших подписчиков перекладываем. Это же вы любите. Мы-то тут вообще как бы не причем. Так что, да? Конечно. Новый бренд Иркутска, Калюня лучший прокомментировал, в тему дизайна, говорит он. И действительно, в тему дизайна, потому что новый бренд Иркутска, он даже не столько про какой-то один логотип, представляешь, а про целое брендирование огромное, даже про такое восприятие, про мироощущение Иркутска как бренда. Короче говоря, там э, в статье, там в статье. У меня, возможно, бы учитель в школе по литературе, даже в пятом классе, если бы сказал «там статье», то она бы меня сразу выгнала, просто под жопу бы мне пнула. Короче, я бы ее засудил за это, Знаешь, кроме учителей, кто бы еще так сказал? Маршрутчики, у которых есть надписи «Остановки тута и там не существует». Ну вот. Вот, вот там остановите, пожалуйста. Вот, да. Короче, в Иркутске есть серьезные, Вообще, Иркутск — это город. Город в России, который, между прочим, Эм, про него немногие знают Возможно, в как... если ты скажешь Вообще, мне кажется, если ты скажешь в какой-нибудь Англии Ой, да ладно в Англии, что там В какой-нибудь Украине даже скажешь Иркутск а В какой-нибудь В смысле в Великой Украине, если скажешь Иркутск так. То они не знают такого города, я уверен Они скажут, что? What the fuck? А это на самом деле Достаточно крутой город в России У нас все достаточно крутые города И достаточно суровый, насколько я понял Потому что я вот про Иркутск особо не в теме Был, что там и как там но судя по тому, какой они брендинг замутили, это такая, как Челябинск, короче, Иркутск. Не такой крутой, конечно, но достаточно суровый. Короче, хватит пиарить Иркутск. Просто скажу, что у них прошла презентация результатов работы компании Инстид, Института идентичности. Короче, какой-то местный, а может быть и не местный, может быть какой-то, mm -hmm. наоборот, крутой, большой какой-то компании, которая занимается вот брендированием. Они делали, между прочим. Концепции туристического бренда России, Минска, Татарстана и других территорий. Короче, они делали крутые темы, надо сразу сказать. И ты знаешь, э, спойлер конца статьи, так. Э, то дерьмо, которое они сделали, никому не понравилось. Ну не никому, э... но давай такое так, чувство, для что Для большинство... начала вообще это, ну, изначально собиралось где-то использоваться? Или это абсолютно на добровольных началах был какой-то конкурс, и всем изначально было насрать? Вот как-то это очень странно, потому что непонятно, будут. вот как это будет использоваться? То есть что, мэр скажет, все, теперь мы используем вот такую хреновину. Так не будет все равно, то есть... Ну, где-то, наверное, это позаимствуют. Типа, а где-то вот хрен его знает. Непонятно. Это, видимо, просто фан, короче. Это какая-то, знаешь, такая... Ну, объявлен конкурс, да, но не более того. То есть, ну, может быть, знаешь, типа, они там какую-то определенную улицу так сделают, которую надо там... Есть у них какой-нибудь Арбат условный в Иркутске. Иркбат, Uh -huh. uh, и они там наделают вот именно в таком стиле, как сделали вот эти чуваки. Но я повторюсь: что не всем понравилось, далеко не всем, и в, в комментариях на irk.ru. Угу. Там все обосрали, если честно. Но это как бы и Господи, нормально. В комментариях всегда Ирк.ру, это вообще что? А, ну Иркутск .ру, все, извините. Ну Иркутская хреновина. То есть это как бы... Это, говорит, вообще что? Это вот именно их непосредственно сайт. Короче, рассказываю ближе к телу. Вышел чувак такой, знаешь, солидольный из Инстида. И говорит, вот мы, короче, исследовали, посмотрели, значит, вообще на Иркутск с другой стороны. Вылетели, знаешь, из себя, как из из человека и посмотрели на иркутск кстати говоря ты знаешь что ир... тех чуваков которые зов... которые короче живут в иркутске их знаешь как зовут эм... Ирковчане. нет еще смешнее еще смешнее погоди я найду сейчас ctrl f так, секунду. я просто помню э, корень, но не помню иркутяне вот, mm, иркутяне. Нормально, нормально. Я, у меня был вопрос, есть ли Иркукуны, вообще, в принципе, <с если есть Иркутяне. Короче, иркутяне, они. У них там много всяких своих прикольчиков культурных, соответственно, экономических, социальных. Все это, пацаны из Инстида, а конкретно Александр Гранд, решили как-то объединить в один единственный бренд такой классный. Там, например, у них есть декабристы там в Иркутске, видимо, там были какие-то или памятники. Я, я абсолютно не знаю, что там было или не было. У них есть байкал, во-первых. То есть вот из избитого, из попсы. У них еще есть некий бабр. Это, короче, я так понимаю, такая, такое животное, как писец или... Я не знаю, кто из Иркутска, напишите, бабр. Это, короче, их какая-то очень попсовая тема, опять же. Mm -hmm. Это какой-то типа лисица, которая... Я загуглил, у них памяти есть. Такая лисица держит что-то там в зубах, короче. Вот. Ну да, Байкал, естественно. Что у них еще есть? Наличники. Видимо, у них популярная тема. Наличники на домах. То есть у них до сих пор, видимо, вот эти вот деревянные дома с наличниками. Mm -hmm. Mm -hmm. Короче говоря, вот это все, вот это все, ты представляешь, то есть такая, знаешь, чисто руснянская абсолютно тема. Просто вот Иркутск, как вот Челябинск. Ну, даже еще, наверное, он менее такой хотел сказать, андеграундный. Менее. Как же это слово-то, короче, меньше мегаполис, скорее, а больше какой-то такой, ну поменьше город, мне кажется, как мне Ну реально он уже поменьше, чем Челябинск, Иркутск. Слушай, вот я сейчас скажу, да, а вдруг нет. Ну давай, давай будем Ир... узнавать, давай. Сколько? Ну по населению, естественно, да, сейчас будем. Давай по населению. Да, он меньше. У него на данный момент 630 тысяч примерно людей. 623. Ну, дата основания, посмотри, какая дата основания. 60 тысяч, 661. Это еще раньше, чем в Челябинск, между прочим. То есть они все-таки с историей. Город с историей, будем так говорить. Город с характером, короче. В общем, суть какая. Давай перейдем к тому, что они там наделали. Они, короче, самое крутое, что вот этот чувак, Грандыч, он... Прокуренным голосом записал видос, возможно, это его голос, а возможно и нет. Записал прокуренным голосом видос, где он читает какие-то отрывки, цитат, стихов, и в таком, знаешь, очень агрессивно, как сказать, в таком агрессивно, не знаю, опять же, городском таком типе, я не знаю, как сказать, как будто он читает какого-то Маяковского, да, только это белый стих условно, и он это проговаривает прям так, чтобы вот, короче, нам ассоциировался какой-то такой город бешеный такой, который, знаешь, тут еще написано, что э, город не очень, знаешь, такой кайфовый для туристов, но если, типа, ты приедешь и победишь этот город, знаешь, ты пересилишь себя, скажешь, ну да, 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 клопы у меня там в э, трехзвездочном отеле, да, там вот, э, но тем не менее мне все равно нравится, вот нравится мне Иркутск, классный город, блин, не могу, наличники, балдею». Бабр, Байкал, короче. Вот если тебе это все зайдет реально, несмотря на все остальное, да, там, на кривые дороги, там, и так далее, и так далее. Если так, то все, ты влюбишься максимально в Иркутск, в такой, какой он есть, короче говоря. И реально, вот есть видос очень классный. Блин, какой же... Вот если ты включишь презентация бренда Иркутска, не включай, на самом деле. Ну или включи там, я не знаю, как-нибудь. Тебе И по идее лучше надо я было... Это, меня забанят потом насыпать. Давай, я придется... тебе лучше скажу. Я тебе скажу. Короче говоря, там таким не совсем тем голосом им надо было выбрать чувака, который с поставленным, очень голосом. Э, с таким классным, таким, не знаю, зычным таким. Вот есть такое слово, с зычным голосом, с таким, знаешь... Я не знаю э -э... этого слова, я понимаю как раз, но не знаю... Да, да, -да ни вот... Разу. Короче, таким, знаешь, как будто на марш надо идти, вот с uh -huh, таким голосом uh -huh, его чувака uh -huh. выбирать. А там такой немного, ну не тот подобный, ну честно. Но классные фразы, белый такой стих с какими-то такими цитатами. Он, знаешь, такой, ты ощущаешь Иркутск такой вот оскаленный такой вот, короче, какой-то у тебя образ такого грубого города, сурового, короче говоря, рисуется. И там они показывают это все, ну, какие-то фотографии Иркутска, соответственно, и... Все это со шрифтами, которые они подобрали. Тут э, есть абзац, где они описывают, как мы подбирали шрифты, соответственно. Ну что они вот... Э, достаточно тривиальные шрифты, если честно. Без засечек. хреновину Я вам скажу, Прагматика Regular и Rebel Font. Два шрифта. Э, никому ничего это не сказала, Возможно, ну, наоборот, дизайнер это все появился. сказал. Креативный Здесь клещище. Да-да-да. В общем, ну они вдвоем с Гарандычем намутили тем. Ну и вот написали везде вот этими вот такими знаешь, короче, оно довольно сделано стильно, оно брутализм имеет, вот это слово должно здесь быть, брутализм реально присутствует в их бренде. Угу. Сделали еще такие, знаешь, закругленные шрифты, как будто это реально какие-то вывески, очень далекие, такие советские вывески какие-то, очень давние, я бы сказал, с начала еще СССР, мне кажется. Угу. Вывески какие-то такие, Непмановские опять же короче такие закругленные а вот эти вот смо... вывески это в другом да видосе соответственно во втором уже часть 2 потому что да, тут, а, тут что п -п 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 было картиночки в картиночке а, ну да. только грандычи и клещичи нет не, <с US> да, да значит во втором да я где-то там увидел что они закругленные прям вот на кружочках они все закругляют везде и везде вот этот вот шрифт абсолютно безликий если честно но он абсолютно брутальный то есть вот в нем ничего лишнего просто без засечек шрифт которые они использовали здесь и самое главное они цвета используют абсолютно тоже по брутализму сюзак ред мне кажется блу ну да да я вижу, цвета я вижу что они без оттенка да. совершенно просто вообще без оттенков да этим самым они считают видимо что это очень круто и что это полностью соответствует бренду Иркутска все соответственно они все это презентовали и знаешь такие недоуменные недоуменные люди сидели на самом деле, не все согласились с тем, что это... Я даже хочу зачитать. Эм, даже хочу зачитать, короче. Ну, не в смысле рэп, я сейчас хочу... Нет, я в смысле хочу за... прочитать из статьи, где тут где-то было. Ну, короче, тем не менее, а, реакция горожан на просочившиеся в соцсети обрывки информации о новом бренде не себя ожидать. Значительная часть отзывов оказалась негативной. Хотя большинство критикующих презентацию не видели. Кто-то осуждал Батя. световые решения. Кому-то не понравился дерзкий авангардный стиль, который очень неожиданно сочетался с застоявшимися образами Бабра, Байкала, наличников и декабристов. Ну, то есть, реально, фотка декабристов, и поверх нее вот этим вот шрифтом и рядом написано «Иркутск», там условно. Тем не менее, разработчики бренда Александр Грант и Сергей Клещев, в скобочках Клещич, еще во время презентации обращали внимание, что результат их работы, скорее всего, не совпадет со многими ожиданиями. Значит, это хорошая позиция, просто сказать, скорее всего, не совпадет наш... Ну да, да, сделали, но скорее всего, не совпадет. Глава института... Может, наш подкаст тоже не совпадет, скорее всего, ни с кем, и слушать его, скорее всего, не будет никто. Как, собственно, Глава всегда, инстит да. отмечал, да. Глава института отмечал, что их решение не должно нравиться всем иркутянам. Только иркутянам. Ведь задача стиля выявить и тиражировать архетипическую черту города, а не буквально отразить обыденный образ. Конечно, кто-то может не увидеть в своем иркутске того, что мы показали. О, собственно, цитата. Кто-то увидит что-то, что, что мы упустили, но следует понимать, мы говорим об идеальном иркутске, видимо, в вакууме. О том, который будет отражать собственную суть так, чтобы за ней поехали издалека. Заметил Александр Грант. Для этого мы должны зацепить людей, разбудить их внимание, возбудить интерес. В общем... Видимо, видимо, Александр Грант даже ориентируется, что вот чуваки из Москвы поедут смотреть на Иркутск, например, за счет того, что он вот этим вот прагматикой написал поверх декабристов. Ну, Но... слушай, вот я как бы даже... Вот вторая эта статья, которую на Медиаликс нам предложили, там хотя бы будет больше скринов или нет, там также два видоса. Я еще, честно говоря, не, даже не открывал эту медиаликс-статью. Да там то же самое. Я сейчас пролистал мельком, и там только мне статья, которую Санька скидывал, что блогерша переехала в джунгли, чтобы есть фрукты, сохранять природу и ходить голой. Ну, вот. это интересно. У нее достаточно интересный Инстаграм. Кстати, можно было включить это вместо этой темы. Ну, в общем, знаешь, что мне интересно? Есть ли такой бренд, вот такой, короче, вот такой же видос? Просто видос мне показался интересным. То есть он, знаешь... Короче, идея сама, ну, охрененная, особенно mm -hmm. то, что вот там, во-первых, в зале прям хлопали чуваки, короче, то есть сама по себе идея прочитать вот такой агрессивный белый стих, короче, с фотками Иркутска, особенно иркутянам это круто самим ним, то есть они видят фотки своего города, видят какой-то вдохновляющий такой бодрый текст, который чувак наговаривает, да, надо было другого чувака, который наговаривает, но, короче, сама по себе подача и все вот это вот, ну, классно сделано, прикольная идея оно тебя как бы завораживает, и даже тебя в какой-то транс такой вводит, когда ты прям вот у тебя подъем сил, знаешь, такой вот прям какой-то патриотизм к своему городу. Я понимаю, о чем ты примерно, да. Короче, идея прикольная. Мне интересно, есть ли это у других городов? Конкретно, есть ли это у Челябинска? Скорее всего, нет. И вообще нужно ли это делать городам? И нахрена? И где это использовать? Ну, ладно, бы это был официальный, так сказать, заказ администрации города, и это бы везде прошло. Блин, тогда реально, мне бы это польстило, как дизайнеру, если бы просто везде по городу была, так сказать, моя работа, да. А вот когда это такой пук, да еще и все тебя обосрали, я вот не знаю, как я бы справлялся, если честно. То есть. Хотя нас и так все обсирают все время, наш подкаст, поэтому, в общем-то, мы с этим сталкиваемся, да, но как-то вот, когда это в масштабах всего города происходит, как, как им двоим, ну, может быть, они изначально понимали, может быть, это вообще просто какой-то пиар их, и все. То есть, я не знаю, не готов сказать, поэтому вот... Ну все, без комментариев, потому что... Без вот... комментариев. Фрагмент презентации, который самый верхний, со словом «включайся», просто зеленым на черным, он уже говорит сам за себя, то есть, ну, камон, куда тут включаться-то? Да, да. <music> э, следующая тема, между прочим, уже из светских новостей, и она твоя. Да, она моя, как э, проверочная, когда проверять на женский род. Она, она кто? Моя. Она моя, вот да. Ростелеком попросил правительство купить чиновникам смартфона на своей О.С. Selfish. Роем Руном сообщает о том, что Ростелеком это такая супергиперкорпорация всероссийская, которая уже все, по-моему, предлагает. У них и магистральный доступ в интернет, и телефон, и мобилы, у них уже все, просто жизнь вся у них. Так вот, он попросил Минкомсвязи разработать проект постановления правительства, который бы обязало госчиновников использовать служебные смартфоны с российской операционной системой Sailfish к 2019 году. Угу. На самом деле, в общем-то, ничего нового, да, когда у с Ростелеком просит связи. просит, это, конечно, это формулировка просто прекрасная, там, я думаю, два варианта. Либо они просят... Да, либо приказывают, это первый, а второй э, просят и 20% сразу предлагают от, от, от всей просьбы, так скажем, чтобы как бы, ну, интересная просьба хотя бы была для Минкомсвязи. Вот. Ну, официально в чем суть? Официально суть в том, что... Переход нужен, чтобы защититься от возможных санкций со стороны США. Так недавно китайский ЗТЕ потерял право использовать американские операционки, процессоры лицензированные технологии, что привело фактически к остановке деятельности ZTE. Ну, грубо говоря, нужна нам защита, чтобы американцы у нас ничего не крали, и чтобы если вдруг санкции какие-то ударили, то госчиновники, бедняги, без смартфонов не остались. Вот в, в таком духе это все. Официально проходится импортозамещение, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прошлый министр связи, а может быть, еще и нынешний, сейчас же, как раз смена правительства происходит. Николай Никифоров в 2016-м он сказал, что только на российский рынок не рентабельно. То есть, как бы его слишком мало, и было бы классно, если бы на весь БРИКС продавили: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Ю ЮАР. Для тех, кто не знает, что такое Брикс. Так вот. Я думал, это просто кирпичики. Да, по Пинк Флойду. Так вот, Медведич, Медведич, чтобы ты понимал, он, во-первых, может предложить на министерский пост вместо Никифора кандидатуру Носкова Константина. И сейчас давай посмотрим, я, я думал, или нет. Я думал Носкова, который Николай Носков, в смысле певец. Подожди, если я не ошибаюсь, его убили. Или нет? Ё-моё, ты чё делаешь? А может, он не Николай даже? Подожди, нет, тот, по-моему, Николай... И, или убили... Не, возраст 62 года вроде а живой. А кого убили-то? С Цоем там что-то еще связано это было. Другого Носкова? А, кого же там убили? Талькова, вот, вспомню. Игоря Талькова. И вот он что-то из-за Цоя, из-за и там какая-то кровавая, какая странная история, ладно, наплевать. Сейчас я смотрю. А, да, да. 18 мая свершилось. Действительно Константин Носков сменил Николая Никифорова в кресле министра связи и цифрового развития. То есть новость -то от 16-го была, и вот 18-го он уже сменил. Ну, короче говоря, mm -hmm. Никифоров, видимо... Нет, не до понял, так. так скажем. И как когда сказал, остался что остался не Да, давайте не будем. Лучше надо весь рынок. Ему сразу сказать. Ну как бы через два года вот докатилось, что ну, другой тогда все-таки попробует продавит. И тогда, это это, это к, к вопросу нашей первой версии о том, что Ростелеком просто приказал, да? Приказал. Вот. Давайте теперь к фактуре. Что такое Sailfish Mobile OS? Сейчас это э, операционка единственная в реестре российского ОПО мобильная операционная система. Жалко, не дана ссылка на реестр российского ПО, я бы читнул, просто интересно даже. Ну, наверное, легко нагугливается, но как-то делать, гуглить я этого, конечно, не буду. Э, и э, это что? Я такой думаю, ни хрена у нас реально есть какая-то наша мобильная операционка, и прям супер защищенная, и прям все классно. Ни хрена. Я... Откуда я это узнал? Во-первых, так, по, по фактуре. На 2017 год появился единственный работающий на ее базе смартфон Иной фирма Иной R7. Цена составляет 12... Ну, как бы, Что-то Лукьяненко немножко попахивает. Иной. Иной, да. Чип Антон Городецкий у него там. 600 мегагерц, все как надо. 600 мало, конечно. Но хотя вот для нашего как раз самое то. около 12 тысяч рублей стоит смартфон. Остальные иной стоят в среднем от 1 до 7 тысяч. То есть это бюджетная абсолютно ниша. И наконец декабря 2017 -го года на должностях гражданской службы в федеральных госорганах работали 38 тысяч человек. Но если считать uh -huh. чиновниками муниципальных служащих, работников госкорпораций, работников фондов, то это около 6 миллионов потенциальных людей, которые сразу же, которым надо будет сразу же закупить эти смартфоны. Нехилый такой тендерок. В общем-то, uh -huh. Ростелекому уже можно не работать, я думаю, никому из начальства. Но тут, а они это... не работают. <связать> вот да. Но еще пара таких тендеров, и прям вот вообще все у них хорошо в жизни станет, потому что потом, так сказать, все это поуляжется, обратно все айфонами будут пользоваться, но бабки-то уже будут получены, <связать> залочены. <связать> так вот, в общем, в чем суть? Окей, сейлсфиш Здесь я посмотрел на roamru комментарий. Вот, альтер эго персонаж пишет, есть хорошая статья про SalesFish. На aftershock.news. Я не поленился, всю ее прочитал. Здесь какой-то Иван Помидор с канадским флагом, видимо, он уже все срулил, завел mm -hmm. трактор до Канады. Он написал о том, что он супер крутой чувак, который по образованию инженер и 17 лет последних занимается разработкой коммерческих продуктов. Из них 5 лет последних копается в мобильных операционных это в дерьме. системах. <laughs> дерьме, то есть дерьме. Вот. Ага. И он нам говорит, во-первых, сразу развеиваем сомнения, Salesfish — это надстройка над Android. Ага. То есть, ну, это не Loader, или как там это называется-то? ты должен знать. Лаунчер, вспомнил. Ага, ага. Это не лаунчер, это как будто типа операционка целая, но по факту... Но это оболочка некая, скажем. Даже не оболочка, это операционка на операционке. Это как раньше Windows из Norton Commander запускался. Вот из Android У -у -у. запускается этот, но, опять же, он не просто лаунчер. Хотя, может быть, это и есть лаунчер. Но, в общем, в чем суть? Используется и ядро андроидовского, и HAL. А HAL это самая важная, так сказать, программная компонента, которая расшифровывается как Hardware Application Layer. Если... Да, Abstraction Layer, простите. Суть в том, mm -hmm. что это та прослойка, которая с оборудованием взаимодействует mm -hmm. непосредственно с железками. И он, он это Иван Помидор, как эксперт. А, слушай, имя достойное эксперта мирового уровня канадского Иван Помидор. Ну да. Так вот, он э, говорит о том, что самое, если говорить о безопасности, то самое важное именно hardware abstraction level. Почему? Потому что он непосредственно общается с камерой, с микрофоном, с динамиком, я не знаю, с антеннами. То есть это тот кусок кода, который общается с датчиками и может сливать инфу с этих датчиков, соответственно, там логировать ее, куда-то записывать и так далее. Вот. И если, говорить посмотреть на SalesFish, на SalesFish, то даже те куски, которые именно, ну, типа наши... Во-первых, разработка была финская. Наши ее просто купили. То есть ее даже не разработали наши, просто наши ее купили и сделали, что это наша разработка хотя по факту ее всю фины сделали и сейчас они уже ее допи... чтобы ее дописывать надо целый штат гигантских нормальных работников видимо таких как Иван Помидор для того mm -hmm. чтобы ее поддерживать что-то продолжать и так далее то есть русские только локализацию сделали и все так вот если смотреть на э, из, открытость исходного кода то примерно половина примерно половина sales фиши она открытая а остальная половина она закрытая Просто mm -hmm. потому, что это Android Runtime и, и, и так далее, и тому подобное. То есть всякие ядра. И вот самое главное, HAL, вот этот, о котором он говорит, даже если вдруг взять чистый Android, который можно тупо собрать из исходников, и он будет прямо на Nexus идеально работать, на гугловском телефоне, mm -hmm. то вот этот Hardware Abstraction Level, его пишет производитель чипов. А на данный момент их три всего в мире. Это Qualcomm американский, сейчас я ищу китайский Mediatek, если мне память не изменяет, и корейский Samsung. Сейчас я найду этот кусок статьи, по памяти хреначу просто. А, падла, не вижу, где это было. Ну, вроде я все правильно сказал. -t�� -t mm -hmm. Ладно, насрать Короче, по-моему, Qualcomm, Mediatek И Samsung Это три производителя чипов И все остальные чипы, которые вообще производятся Да, я все правильно сказал Пренебрежительно малы То есть, А именно эти три производителя Пишет hardware abstraction level Они могут написать что угодно Этот код закрыт для всех Кроме миллионных вендоров То есть, условно, Qualcomm чипы покупает, например, Xiaomi и для Xiaomi так. этот хардвер э, Какой блядь, acceleration abstraction level он открытый. Потому что они супер топовые клиенты, они имеют право знать, что там на самом деле с камер куда-то сливается. Но опять же, если они свои 20% сливаний, так сказать, получают, то они даже и не будут об этом рассказывать никому. Вот. Поэтому, mm -hmm. да, основ, основные проблемы здесь. И единственное, по мнению Ивана Помидора, чем нужно России заняться, и русским для того, чтобы себя обезопасить, это начать просто чипы производить. А от них вся инфраструктура сразу же появится. То есть он предпочитает думать, если у нас наладить чипы производства, то все операционки сразу же махом напишут. Просто потому что программистов у нас реально дохрена. А электронику мы все похерили, начиная после Союза, да и уже даже во время Союза. В тот момент, когда начали пытаться слизывать что-то у американцев или у кого-то мы чипы слизывать начали изначально. Поэтому если сделать именно свою элементную базу, то очень легко будет написать и ПО вокруг и так далее. И оно действительно будет защищено, по крайней мере для ФСБшников, например, потому что они стопудово будут контролировать открытость кода на всех уровнях. По крайней мере, для ФСБшников код будет везде открыт. Потому что для всех остальных производителей Qualcomm, Mediatek и Samsung они присылают вот этот hardware abstraction level уже в бинарниках. То есть уже скомпилированный. И посмотреть, что там внутри, никто не может и понять как это работает у них есть входные так сказать входы в интерфейсе и, и выходы грубо говоря а все остальное для них просто черный ящик так что вот я постарался вникнуть в этот вопрос для того чтобы кто кто вот слушает а что такое sales fish os короче это тупое говно тупого говна, которое просто над андроидом надстроили, сказали, типа, это русское ПО, но на самом деле ни хрена оно не защищенное. И даже он тут, кстати, на самом деле э, оперирует такими словами, как сертификаты, и о том, что mm -hmm. у Sailfish есть два сертификата, АК-1 и КС-1. КС, понятное дело... Counter-Strike? Да, конечно. Там, как там главный этот титул называется? Conti global. global, Continental, хотел сказать, вот Global, вот это просто они Global получили на Sailfish, а AK1 это говорит о том, что есть защита от несанкционированного доступа, но по факту это можно получить просто если пароль на устройство ставится, уже можно этот сертификат получить, поэтому, ну ладно, если без шуток, KS1 это про поддержку всяких криптопротоколов. Видимо, то, что СССР mm -hmm. поддерживает там или ТЛС. Ну, короче, это анекдот. Просто. Это, ну, абсолютно незащищенное ПО на самом-то деле, если хрен к носу пододвинуть. Поэтому. Ну, интересная тема, на самом деле. Я думал, если честно, Иван Помидор предложит, предложит чипы уже в бошке встраивать сразу. Нет, он, он, на самом деле, он прям вник в глубину, то есть он даже рассказал о том, что нету разграничения прав, нет песочницы. Любое приложение равнозначно для, для всех, и можно из одного uh -huh. приложения получить данные другого даже. То есть это говорит, все находится на уровне андроида 1.0. Поэтому это, ну, это просто страшно. Если у нас все госчиновники еще на это перейдут, то только легче будет все у них слить. Но кроме того, что Ростелеком свои бабки получит, а, видимо, кто-нибудь еще там свои 20-30 процентов. Я не знаю, как у них там это все заведено. Поэтому, да, лучше дальше пойдем, пока нас не закрыли нахрен. Потом мы договоримся. Ну, вот можешь. именно. Следующая тема, следующая тема это интервью огромное интервью, которое дал Лебедев, собственно VC.ru, опять же Владу Цыплухина непосредственно это чувак, по этот чувак, по-моему, который занимался раньше ВК, сейчас он ВС.ру, я может быть я ошибаюсь, там напишите в комментариях, опять же поправьте меня. Короче, э, видимо он очень либо любит э, Влада Цыплухина, либо они просто ему много заплатили, либо просто он был очень разговорчив, потому что интервью огромное. Оно намного больше, чем то интервью, которое вы наверняка все знаете, которое давал Дудюса Лебедев. И тут вопросы, знаешь, на которые он отвечает, иногда даже очень сильно развернуто. И тут инфы до хрена. Я сразу скажу. Я в серединочку не читал, я читал начало и конец. Ну, как и у меня поначалу... мама книги так читала раньше, да. Да, да. Поначалу ему, короче, задавали вопросы конкретно организационного. Вообще, как у них, а как у вас вот в студии устроено? Конкретно Лебедю задавал Влад. А в конце конкретно вот просто как по житухе, чё по житухе, чё пьешь, чё куришь? короче и так далее. Well. Эм, значит, я сейчас скажу, короче, что у меня была инфа давно еще но ну, недавно, не может, года два-три назад от знакомых, 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 что Помнишь, вот ты же смотрел же интервью Дудя да. с Лебедичем. Да. Короче, я просто скажу, что была инфа, проходила, слухи пролетали, что, короче, друг рассказывал оригинально, uh -huh, uh -huh. что, короче, <coughs> Лебедев, на самом деле, в студии Артемия Лебедева не очень высокие зарплаты. Я бы сказал, маленькие зарплаты uh -huh. по рынку. Конкретно в том интервью, которое он дает э, Дудю, он говорит, что типа, вот э, когда начинает говорить про зарплату, типа это вообще полное говно. Так. Да. Возможно, про такую зарплату, как у него, действительно, лучше не говорить. Я не знаю, но здесь даже в этом интервью проскакивают моменты, где его спрашивают: типа, а вот какие премии вы выписываете, и так далее, и так далее. Он э, это оставляет без комментариев, причем так и говорит без комментариев. То есть конкретно про зарплаты, и про бабло и про поощрение он старается вообще не распространяться. То ли это действительно связано с теми слухами, что ну мало платят бабла, то ли реально у них такая политика. Вот тут непонятно никому, то есть это только люди, которые реально работали в студии, могут, наверное, рассказать. Слушай, ну мне действительно нравится. Мне, наоборот, понравилась вот эта его позиция по поводу того, что... Для нормальной работоспособности любого коллектива нужно, чтобы не было разгласки, раз, разглашения зарплат, потому mm -hmm. что автоматически начинается абсолютно природная человеческая зависть и полное говно. Поэтому я просто видел, как это работает в реальной жизни. Ой, Лебедев в интервью Дудю он говорил о том, что это именно в творческих коллективах. Я mm -hmm. на самом деле убежден, что это в любых коллективах, так? Ну, да, логично. Да. Мне кажется, не в творческих еще больше. Вот. В творческих там хотя бы творчество есть, а в которых нет творчества. Там вообще кроме денег уже ни зачем они работают. Вот. Поэтому я я искренне ему верю по поводу того, что это сугубо внутренняя политика компании. Это не не столько внешняя, сколько просто внутренняя. Потому что я больше чем уверен, что, опять же, как и в любой компании, зарплата у всех ровно такая, как договорились. Это как закон того, что товары и услуги они стоят не, не столько, сколько они должны стоить, они стоят столько, сколько за них готовы заплатить. Как Умпутун mm -hmm. когда-то говорил, когда его спрашивали, почему мобильная связь в Америке такая дорогая? Он говорит, потому что за нее здесь могут столько заплатить. Если бы у нас могли столько заплатить за телефон, то с нас бы ровно столько и брали. Просто, то есть, это всегда определяется. Вот пытаются там что-то увеличивать. Если все сталкиваются, так сказать, с тем, что ну нет, ну приосаживают чуть-чуть коней. А в общем-то все, всегда все готовы увеличивать, так сказать, до бесконечности. Поэтому я думаю, что у них есть люди, которые просто договорились за большую зарплату, а те, кто не договорился, да, те получают не очень большую в среднем. Но это особенность не их студии конкретно, это просто жизнь такая и все. То есть, ну, есть люди, которые готовы терпеть свой заработок там, не, не будут ходить там про повышение какие-то говорить и так далее. Есть люди, которые наоборот только этим и занимаются. То есть тут это просто вот ну жизнь. Ну по поводу, кстати говоря, вот бабла и вообще по поводу. Размеров студии, например, размеров члена, да, размеров студии, размеров все. Я так понимаю, сам Лебедич мало вообще вникает в это все, потому что на многие вопросы он отвечает просто понятия не имею, не знаю, не интересуюсь, мне это не интересно, не важно и так далее. Многие вопросы, которые вот ему задают, конкретно просто знаешь такие чисто обывательские, вот, например, просторно ну, у вас тут сколько метров, например, вот mm -hmm. студии, он mm -hmm. не знает сколько. И Поэтому это видно, что чувак действительно, видимо, увлечен чем-то другим, может быть, много путешествует, еще что-то, то есть не вникает в какие-то вопросы. Например, мы задавали вопрос, типа, как вы вообще по баблу вывозят, типа, студии? Ну, в принципе, вы прибыль, заработок mm -hmm. есть? Он говорит, я, говорит, типа, не в теме, я один раз в год вникаю, что мы, типа, в ноль хотя бы работаем, ну, что в ноль или более работаем, в смысле, что не в минус, не в убыток, mm -hmm. Mm -hmm. А, а остальным, типа, занимаются специально поставленные люди. То есть как бы здесь... Слушай, он... может быть, это и часть его имиджа в том числе. Возможно, он на самом деле в курсе и намного больше за этим следит, чем говорит. Просто, ну, у него имидж такого полубунтаря, ну, типа полу-я хрен знаю. Чувака, который типа искусством якобы занят. Ну да, вот опять же, ключевое слово тут якобы. Вообще, опять же, я когда смотрел интервью Дудю, раз ты уже про него вспомнил, вот я всегда mm -hmm. читал текстовые интервью Лебедича, и он мне всегда казался абсолютно сухим противным говном. А mm -hmm. в интервью Дудя он вполне обычный живой Мокрый, человек, который. <laughs> да, он обычный живой человек, который готов отвечать на вопросы, какие-то не сильно юлит. То есть в том интервью он почти на все вопросы ответил прямо. Как бы, может быть, там вырезали там те вопросы, где он мялся. Но, в общем-то, он у меня абсолютно в приятное впечатление оставил, я не ожидал. Я думал, он будет таким токсичным чуваком, которого прям вот ну, неприятно будет интервью смотреть, только самые от, от, там, отъявленные фанаты будут. А он дал интервью абсолютно, как обычный прагматичный человек. Да, бабки, да, я там, это реклама, там, да, я постю рекламу, да, я, я зарабатываю в основном с блога, а не со студии. И mm -hmm. я просто. Я прям вот его намного больше зауважал, чем просто за его какие-то заслуги. Просто за то, что он нормальный, адекватный чувак, на самом-то деле. У него, конечно, есть как бы загоны и так далее. У нас у всех есть загоны, а ему тем более больше 40. Больше 40 уже конкретные загоны начинаются. Но... У него еще и там больше 40 детей. Да, да, да. То есть это все из одного. Поэтому, ну, как бы, вот я опять же, я опять я сейчас читаю текст. И mm -hmm. именно вот текстовые куски, опять я представляю себе mail, да. Да-да, да, да, он реально я иногда знаю. просто отвечает одним словом, короче. Или знаешь, там, ну вот реально, очень неразвернуто где-то отвечает, mm -hmm. может быть. Вот, видимо, ну я не знаю, ну может быть это текстовое, это, может быть это текстом у него спрашивали, и текстом он старается отвечать сухо, наверное. А когда в разговоре он уже, ну нормально. Отвечает. Видимо, ну хрен его знает. Короче, здесь, напоминаю, первый большой фрагмент этого вот э, интервью, это, короче, о том, что просто, как у вас студия? Там кроме студии Артема Лебедева еще кафе есть. Но кафе это как бы тоже рабочая среда, в которой тоже до хрена народу, в смысле. Оно просто так называется. Я так понимаю, там какие-то другие проекты у них. Ну, здесь конкретно просто, как у вас построена работа вообще, какие проектные, непроектные, как у вас там команды делятся, там не команды, кто управляет, какие люди, менеджеры, же, кто отвечает за проекты, кто договоры подписывают вот это все, вот это все. Это достаточно тривиальные такие вопросы, на которые он абсолютно тривиально отвечает. Это менеджер это то, это здесь 100 человек, здесь 200 человек. Вот опять же про зарплаты ничего не говорить нигде и давай вот просто наконец перейдем наконец перейдем <с если <с ты понимаешь о чем я там в конце короче говоря он просто ему задают достаточно житейские вопросы типа типа там про еду есть сколько короче у вас стоит вообще еда вообще длинное интервью но давай перейдем в конце эм, есть короче такой абзац вино без сигарет и просто его спрашивают, типа, занимаетесь ли спортом? Сейчас и я пытаюсь он, так, пробраться сквозь эксклюзивную так. логистику, остроумный да, компьютер, есть... дуров и uh -huh. государства. -а -а -а. Жесть, насколько это далеко? В конце в самом. Прям -то все ви увидел, вино без сигарет, да? Да, короче, тут уже конкретно личные вопросы, поэтому это прикольно. Uh -huh. Типа, вино без сигарет. Короче, чувак, типа, он, я так понимаю, кроссфитом занимается чуть-чуть Но самое смешное, он пишет, что Nike со мной занимается Ну, типа, видимо, Nike, не знаю, из-за того, что он, наверное, какой-нибудь амбассадор Nike, там, условный Ну, из-за того, что ты же помнишь, он и участвовал в конкурсе, вот это же тоже Nike, по-моему, был Или нет? В каком, а, наверное, да, кстати, слушай, кроссовки да, это, это был тоже Nike, вот, да, я вспомнил То есть, наверное, он какой-то, типа, представитель Nike, условного, в России Поэтому какой-то чуть-чуть спорт, горные лыжи угу. раз в год ходит к врачу, говорит: ну, это типа крутая тема, диспансеризация, все такое. Типа анализ крови сдавать это прикольно. И вот сейчас будет тема про то, что типа А чего вы вообще как? Бухаете, что делаете? Типа, он говорит, выпиваю, каждый день выпивает, напоминаю, каждый день красное вино. И типа не курит, ну, не курит травку. Угу. Не курит Просто, типа, бросил против, нарко... против, говорит, наркотиков Не против, просто равнодушен Вот, короче Это, типа, говорит Он, видимо, и, типа, он здесь пишет, что он любит просто кайфануть Долго, знаешь, растягивать, условно В винище сидеть по 2-3 часа Причем прям на работе, условно Ну, в, в рабочем процессе Вот, чем просто, чтобы его убило, накрыло Там, условно И, короче, сразу неработоспособным стать вот. Слушает Яндекс Радио, ты хоть знаешь такой пиар Яндекса или пиар своего дизайна Яндексу? Э, слушает Яндекс Радио, причем, знаешь, ставит лайки, типа обучает эту хреновину, чтобы она сама там выдавала, что интересное послушать. Я тоже одно время М -м. хотел этим заняться, но потом понял, что для того, чтобы нормально обучать, надо все-таки его платить, поэтому я забил. Ну да, да. Хотя ты, в принципе, оплачиваешь... А, ты не оплачиваешь, да, iTunes я, Music? Да, я не, у меня iTunes Match, только Apple Music у меня нет. Вот. Встает в, не позже 12 утра. Хотя, говорит, раньше, говорит, вставал не, не позже 5 вечера. Потому что, говорит, ну, ложусь, типа, в 5 утра где-то. То есть он ночной чувак. Угу. Эм... Просто это типа его стиль полностью. Ничего такого. Просто вот ему так удобно, короче. Еще, кстати, я где-то у него читал. А, ну это я читал, у него же телега есть своя. Ну да, знаю. И в ней там до хрена 100 да. тысяч человек, короче, да. Я читал у него, это уже сверх интервью, я сейчас говорю. Он, говорит, супер, типа, такой у него супер скиллуха, что говорит: я хожу типа, по улице, могу идти просто по улке и читать книгу, короче. И я, говорит, просто вот, типа, абсолютно не медленнее не иду никак, вот, так же иду абсолютно с такой же скоростью, и с такой же скоростью и так же эффективно читаю, то есть вообще ничего не сбивает. И, типа, могу по бокам еще смотреть, если что, то есть меня не сбивает машина при этом, опять же, вот. И, говорит, каждый день хожу до работы час, и типа, читаю, вот этот час читаю полностью, и, типа, супер скилл, потому что круто, короче, идти и читать на халяву. То есть понятно, что за это время ты мог бы, типа, наверное, ехать на машине, стоять в пробке в Москве и так далее. Вот, но, типа, он и идет, соответственно, это дополнительная какая-то, ну, встряска физическая, и еще и читает этот момент. Еще и это немедленнее, еще, ну, я не знаю, но зрение, конечно, портится. Я не знаю, как можно вообще в такой атмосфере, что надо идеально читать, ну, книгу держать. Чтобы у тебя зрение не портилось. Я не знаю, как он это делает, но допустим. Вот. Ну, в принципе, все. Интервью очень длинное, если хотите почитать. На самом деле, достаточно интересно. Вот, но сейчас это все обсуждать не имеет смысла, реально. Просто вот посмотрите наши ссылки, опять же, к подкасту. Угу. Вот, в принципе, все. Можно пойти дальше от Лебедева. По светским новостям. У нас это все-таки светский, не дизайн. Поэтому. Тема твоя. Дальше. Тема твоя. У меня опять э, немножечко светских, которые соцсветские какие-то такие. У меня здесь, ну хотя Ростелеком это не очень соцсветские, в смысле социальные сети. Ладно, без этих, без... Э, при людях YouTube, YouTube вводит инкогнитый режим пока только в приложении на Android. Угу. И это сделано для того, чтобы, ну, короче говоря, то, что ты посмотрел в инкогнитый режиме, не влияло на твои рекомендации на основном аккаунте. То есть, если ты, допустим, так. привык на основном аккаунте слушать там, есть какой-нибудь инди, угу. а вдруг тебе вот захотелось послушать какой-нибудь блэк metal норвежский, Лучше это сделать с инкогнито режима, чтобы тебе потом его везде не советовали, потому что у тебя вот это будет ежеминутный, так сказать, какой-то порыв, а потом тебе это уже не будет нужно. Блэкуха и, уже не нужна будет. На самом деле, отвечая на тот вызов, что это только в андроидном режиме, в андроидном приложении, не очень-то и хотелось. Да и пошли. Да и, да и насрать. Мне. У меня для этого пять разных аккаунтов, с которых я могу... Поэтому, судить. Ты имеешь в виду, поэтому везде Блэкуха кухой, Вот вопроса, да, и поэтому нормально. везде просто Блэкуху рекомендую, потому что я забываю их переключать. Но тем не менее. Мне просто вот интересно, здесь пишут, режим инкогнито позволит не только смотреть неудобное в кавычках видео в мобильном YouTube, не боясь спалиться перед родителями, женой, мужем, но и просто не портить себе статистику. Что за неудобное видео можно смотреть в YouTube? Я либо как можно сразу. какие-нибудь YouTube... там операция ну, как... на грудь. Ну, вот максимум, чемпионат по шугарингу, еще, да, какой-нибудь бред. Ну, и реально. Или, может быть, какие-нибудь как вырезаются люди, знаешь. А, вот такое неудобно. Ну, это прям самое неудобное, конечно, как вырезают. Ну, короче, камон, это не. Я не знаю, если бы там э, на Ютубе можно было порнхаб внезапно включить, то это да, это действительно неудобно. Было бы видео. хорошо. Вот именно. Не, 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 это, не переключаться да, между вкладками хотя бы. А тут, ну, камон, какие... ну, что еще может быть неудобно? Напишите в комментариях, что еще есть неудобного на Ютубе. Ну, ладно, окей. Новый клип Джастина Бибера. Это, это очень неудобно. Новый книг, клип Бузовой какой-нибудь тоже. Да нет, ну реально, типа может быть что-то неудобное, условно. Но, блин, ты можешь это посмотреть, хотя Нет, ты не можешь это посмотреть. Я хотел сказать, ты можешь это посмотреть просто вне аккаунта. Но некоторые просто видео требуют э, да, логина, да, потому если... что 18. Вот это как абсолютно. Вот просто по бреду, опять же, даже вот друг у меня смотрел на YouTube ролик про водный. И он не давал как Водный. В... Как мутить водный? Как мутить водный, да, на полном серьезе. И там он не давал это посмотреть в России. В России считается экстремистским. Мой друг через VPN попытался, а там надо быть залогиненным. И один хрен, он бы, ну, грубо говоря, в твои рекомендации попал. Но ну, это неудобное видео было на тот момент, поэтому так я не посмотрел, как его мутить. Точнее, друг мой. Ну, а друг ты посмотрел, ты-то, понятно, не посмотрел. Ну, что ты и не старался. Конечно, я не очень-то и хотелось. Просто чисто по-человечески стало интересно моему другу. Че, кого? И да, то есть вот это... То есть мне интересно, здесь инкогнитный режим позволил бы такие видосы смотреть или нет? В ну, противном случае, нахрен он тогда нужен, если так не будет. Ну, только Блэкуху смотреть мы уже выяснили. И Джастина Бибер. Ну, я и так могу посмотреть, не знаю. Ну, это, видишь, это пока ты не боишься спалиться, сейчас пере, пере, это, пере, процитирую, перед родителями, женой, мужем. Хотя перед мужем, я думаю, ты не будешь стрематься. У вас будет нормально. Ну, мы оба блокуху, конечно, включим. <laughs> Предлагаю закончить с этим. Да? Тема-то хорошая, конечно, но когда на ее сделают, вот тогда и пообсуждаем посильнее. Во, вот, да, все правильно. Короче, теория скриншота следующая тема. Попытаюсь в нее э, вникнуть как в светскую новость, а не как в джаваскрипт. Э, Короче, предлагает нам... Сейчас, секунду. В смысле, а там будет про жанр... JavaScript, или это просто шутка? Не, я к тому, что, в смысле, не, не, не сильно погружаюсь. А, понял, потому, понял. Что... Она, в принципе, такая, достаточно легкая должна быть, просто что-то она у меня не запускается уже. Короче, Эмиль 002, Эмиль 02, точнее, не 002, он не Джеймс Бонд, он э, как милиция старая. Эмиль 02 прокомментировал теорию скриншота, как правильно выбрать снимки экрана для маркетинга игры. Может понадобиться не только тем, кто продает игры то непосредственно маркетолог игровой. Но и вообще, в принципе, всем для кругозора и тем маркетологам, которые продают сайты, например. Потому что очень часто делают скриншоты, э, как в портфолио, например. Это то же самое. Steam, по сути, это портфолио твое. Ну, только не твое, а разработчика игр. А, я думал, <с именно какие у тебя игры в Steam, это твое портфолио. Ну, это тоже, да. Но я имею в виду, если ты как разработчик вылаживаешь игрули... То по сути, игру ли это и есть твое портфолио? Подожди, коротко, смотри, Что вот первый скрин это лисенок и ко котюнька, да? Это так какая игра, напомни. the зовут Вот. Смотри, у Катюньки носик в виде белой ленточки, такой, как вот для рака груди, только вот белой. Помнишь, так, у нас белый ленточные да. протесты там какие-то были? Я уже даже не... Да, да, но, по-моему. А, yeah. Ну да, но ну, это, по-моему, они так именно за... да, его за... да, завязывали, -то так же делал. как Им, именно груди. так. Да, так же как спид и рак груди. Окей. Просто сейчас я <с увидел, <с отскочили мне бок, да, чуть -чуть отскочил. Но, короче, скриншоты круто делать. Э -э нужно. И нужно делать их так, чтобы чувак, я смотрел на скриншоты, просто он вот, даже не то, что там должна быть за скриншотена какая-то очень крутая механика какие-то очень классные диалоги, возможно, смешные. Нет, конкретно скриншот должен просто выражать вот атмосферу и какое-то, знаешь, настроение передавать игроку, чтобы он такой, вот в это я хочу сыграть, вот это именно так вот, как вот, прям вот как надо, вот так я, вот это я возьму себе. И вся, на самом деле, вся статья именно об этом. Вот, например, Здесь есть скрины, что Night in the Woods а, это квест, по сути. Что Канабальта, это ты помнишь, что платформер такой. Причем классная эм... платформер. Я увидел увед да. этот скрин, мне прям немножечко ностальгии накатило. Да, где чувак вылетает прям из окна офисного и бежит, короче, по кранам, по каким-то балкам, по чему-то там, по зданиям, блин. Вот. И вот скриншот он должен передавать вот эту динамику, вот эту вот характер игры, какую-то, не знаю, такую вот прям вот то, что люди, когда вот они до этого, допустим, играли, условно, в какой-нибудь Elder Scrolls в серию, mm. тут им бац, надо красиво сделать какие-нибудь скриншоты Prey, да, чтобы они поняли, блин, ну это тот же Elder Scrolls, только вот про будущее, короче, про, ми ми про мимиков вот этих вот страшных, короче, блин, вот классно, хочу также поиграть, тоже от первого лица. И как, не, как бы тебе не обязательно какие-то механики показывать, хотя тоже прикольно было бы, чтобы на этом скриншоте не только атмосфера передавалась, но еще чувак видел, что нифига себе, твоя игра чем-то отличается. Здесь тоже про это есть что. А чем ты отличаешься? Чем твоя игра цепляет конкретно? Чтобы чувак, еще смотря на скриншоты, не заскучал. То есть, опять же, динамика, как я и говорю, все в движении. Чтобы чувак видел, что, блин, ну, я зайду и в игре не буду просто аутировать, как мразь, 20 часов подряд ходить от одного там какого-нибудь квестодателя к другому. Не, будет все классно, быстро, мне все будет нравиться, я обалдеть буду, короче. Вот, но это, соответственно, игре. Если игра предполагает аутизм как раз таки 20-часовой, то, то покажите на скриншотах, на современную... да, чтобы прям атмосфера аутизма... Такой... <свист> <свист> полностью, как wow. с... те самые ролики «10 часов бегу в Майнкрафте». Вот, <свист> именно эти. Вот, <свист> <свист> 10 часов режу в воду. Мне нравится скриншот Far Cry 5. Я думаю, он даже лучше, чем вся игра в общем и в целом. Скорее всего, это все-таки арт. Вряд ли. Ну, может быть, но, по-моему, это какой-то арт. Вот собака несет эту... Ну, я что-то не помню. Я немножко посматривал Far Cry mm -hmm. на стримах. Но я не помню, чтобы там собаки носили пушку. Возможно, я все-таки мало посматривал Far Cry. Подскажите в комментариях, кто проходил Far Cry. Дальше скрин Dead ну, видно тоже в динамике, такой платформер, короче, видно такая, какая-то пиксельная инди-параша, вот прям как надо. Коротко еще в сторону, Канабаль 229 рублей, падал стоит. Я хотел купить, но 229 — это сильно как-то много. Хотя когда-то она у меня была куплена, еще на американском Когда-то у нас учетки. все эти игры были, действительно, когда-то у нас они все были, и мы их как-то вот могли. Ну, ну вот 229 — это сильно. Еще если бы 149, как-то я подумал, но 229 — это уже, ну их нахрен. Скриншот Half-Life эпизод 2 очень крутой. Он прям супер отражает э, суть. Он игры, все передает, песочница, да, вот это, что ты можешь это... и физику использовать, да. да и да. пушка это грави пушка. И, короче, вообще все, и, и вот эти войны ногах. Как они назывались, я уже не помню, охотники или как-то типа того. Мне напоминается сил-страйдеры, которые в Моровинде как такси были, они точно такие, же, так-что так же, так же выразили, да, да. только там-то они агрессивными. Там да, 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 да. Ну Ну, тут дальше Divinity Original, sin 2. Ты сразу опять видишь, же как интерфейс. Просто переполнен кучей дерьма, если ты любитель вот этого вот всего, когда у тебя куча людей за тебя играет, против тебя куча людей. Это все ты двигаешь медленно, пошагово, физон, ударил молнией, там все, кровь, хреновь, куча скиллов, чтобы обосраться, всё, бутылки, там еще инвентарь, в общем, все по полной. Еще и карта, слушай, на которой здесь Да, причем, во-первых, карта, да, это круто. А второе вот именно здесь видно, что есть бочки, есть э, огонь. Это сразу намекает на физическую составляющую игры, что там происходит с э, окружающим миром какое-то взаимодействие, оно влияет на геймплей. И вот эта надпись Your Turn она абсолютно недвусмысленно намекает на то, что игра пошаговая. пошаговая и тот, yeah. кто это сразу, ну тот, кто любит пошагово, это сразу увидит и опять же сразу поймет: А, мое, точно, Вау! Wow. То есть да, э... да, да. еще и динамика есть какая-то, то чувак хреначит молнии. То есть, типа, uh -huh. ты еще и не заскучаешь, якобы. <laughs> ты просто представляешь, там чувак за рептилоиды играет. То есть у него главный персонаж это The Red Prince, и там это просто Я, я и вижу, красный. да. Ну, это они же <с только во второй играют. Да, да, они же только во второй, да, по-моему? Ну, в первые не было таких, да. Там ты, это чувак, который супер там какие-то. Я уже даже не помню. Ну, короче, супер, вы волшебники, Из какие-то вы там хранители. Блять, не да, помню. Да, 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 в общем, да, 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 что-то там умное. Какие-то вот именно чуваки, которые магию могут использовать, <связать> какие-то именно классные пацаны. Да. А тут, видимо, все уже. А тут но уже тут ты всего... же появляешься <связать> на крушении корабля, там, бла-бла-бла. Я, бла. я не знаю бэкграунда второй части вообще, и когда-нибудь я до нее доберусь. Да, я чуть-чуть смотрел, но там, ой, это еще, вот мои стримы еще по Divinity Original Sin. Короче, если ты хоть чуть-чуть пропустил, в записи не посмотрел, потом не догнал, как на уроке, Угу. Ты на следующем уроке вообще ничего не понимаешь, как по Ты просто сидишь и такой, что происходит? И чё? Да, там просто еще очень много сюжетных твистов, которые... Вот ты вроде в городе, а потом хоп, ты в космосе, в другой мир переместился. Все, если ты это не уловил, то все, считай, до свидос. Так что там, конечно, да, там есть определенные моменты. Ну все, я думаю, про скриншоты надо закончить. Там последний скриншот как синтетики, даже не знаю, что за игра. Неважно, короче, скриншоты, вы поняли атмосферу. Я думаю то же самое. Понятно, что э, для каких-нибудь сайтов надо передавать конкретно функционал и так далее и так далее и так далее. Но атмосфера, мне кажется, тоже важна. И вот. Конечно. Э, да. Тоже скриншоты приложений на телефоне в App Store, например, они всем тем же законам должны подчиняться, а соответственно, если мы применяем это к дизайнам, то ваша презентация э, дизайнов, она именно Должна быть этим же законом подчиняться, от вашего приложения показать. То есть, если это супер нагруженное какое-то приложение с биг дейта, с кучей таблиц и так далее, вы прям показываете кучу таблиц, прям максимально заполнены. Не чуть-чуть тестовых данных с двумя людьми, там, каким-то их там, чем-нибудь, а прям реально вот самую жесть прям показать, чтобы все-таки о, точно, вау, big дейта! То есть, угу. нужно свои Это как презентация на, я не знаю, хотел сказать, модели, опять же, там или проститутки. Нужно свои сильные стороны показать, и сильные стороны того продукта или проекта, который показываешь, и все будет хорошо. Сразу и, и быть искренним и честным, чтобы тебе поверили. Твиттер. Mm -hmm. Я... Да, после твиттера сделаем перерывчик небольшой, как да? между первой и второй. На ли yeah. эта темка, Дамир Камаледдинов ее написал на Тижурнале, лучше бы не знал, что это он. Uh, так. У меня с ним просто свои счеты. <свят> так вот, большинство пользователей неофициальных клиентов Twitter лишатся пуш-уведомлений и автообновления ленты. Вот такая фактурка у нас подъехала. Твиттер в очередной раз меняет API, изменяет. И если ранее, я помню, когда... Первая волна была изменений, когда они запретили сторонние сервисы для хостинга изображений. Но они хотя бы нормальную альтернативу предложили, вот этот pic.twitter.com. Mm -hmm. А я помню, раньше твит-пик был, твит-вид. И там это все хостилось, и люди прям yeah. нормально жили с рекламой, потому что когда был переход на их сайте, там показывалась реклама, и вообще у них все было супер-классно. Вот. И какой-то был момент буферный, когда неофициальные все клиенты, они переходили на официальный хостинг pic.twitter, и у них картинки коряво там показывались и так далее, со ссылками, они а так сказать, перед просмотром. Но окей, бог бы с ним, там подстроились, все это сделали. А теперь Twitter э, в API делает обновление, что все пуши и mm -hmm. автообновление ленты, они будут платными для разработчиков. То есть если ты э, хочешь, чтобы твое приложение пушило и получало, так сказать, с Твиттера HTTP там или какие-нибудь запросы, когда что-то обновилось, то будь добр, плати. И, соответственно, обязывая платить своих клиентов. То есть я, как разработчик какого-нибудь там, я не знаю, твит-муравей клиента, должен буду своих подписчиков зарядить на какую-то подписочную э, стоимость, просто потому что, чтобы просто в минус не уйти, в ноль, как Лебедев. Чтобы хотя бы в ноль уйти, в конце года проконтролировать. Потому что Твиттер роет, по-моему, сам себе могилу такими изменениями. Это угу. чтобы вот, чтоб все понимали, Успех любого явления, которое, вот, ну, будь то товар и услуга, почти всегда в комьюнити. Почему App Store бомбанул? Потому что они сделали максимально прозрачную, удобную модель, во-первых, оплаты, то есть 30% забирает Apple, все остальное забирает э, сам разработчик. И они сделали очень удобный инструментарий. Они прям так и сказали. Делайте вместе с нами, зарабатывайте вместе с нами, и будет классно. И за счет этого каждый раз Кук выходит, у нас новые 100-500 миллиардов э, скачиваний, покупок и так далее и тому подобное. А Twitter делает наоборот. Они делают все сложнее и сложнее развитие каких-то комьюнити, каких-то сторонних вещей. И тем самым они пытаются, ну, видимо, как-то как, как наше государство по Люмину. Я люблю свою страну, но ненавижу государство. Да, вот здесь я люблю Твиттер, но ненавижу руководство Твиттера, потому что они пытаются, так сказать, закрыться в себе, контролировать все аспекты. То есть, они по факту в их официальном приложении все это останется. И пуши, и автообновления, и так далее. Но тем самым они отвадивают от себя сторонних разработчиков. И стопудово часть тех людей, может быть, конечно, и перейдут на официальный клиент, но часть отвалится. И в общем-то в общем счете они потеряют. Нет, чтобы они бы поработали над API и сделали, что именно твиттеровская реклама должна обязательно показываться, в том числе в Твиттерифике, в Твитилаторе и прочих там отдельных да, приложениях сторонних. Но нет, они просто берут, ограничиваются и делают тупое говно тупого говна. Вот, например, разработчик Твиттерифика Шон Хэббер э, пишет, что если вот на данный момент всю нашу пользовательскую базу э, привязать туда, к аккаунтам, то mm -hmm. примерно 5 долларов, 5-10 долларов в месяц нужно будет брать с каждого, чтобы хотя бы работать так, как работали. Ну, это анекдот, это, это достаточно много, это вовка столько стоит, по-моему. Ну, серьезно, ну там ты получаешь э, ну, реальный экспириенс, какой-то там все, там жизнь целая. А тут <гум> ты продолжаешь тем же твиттером пользоваться, который был, только уже за бабки. Да нахрен он тебе всрался. Если вообще, опять же, все и так уходят из твиттера, все в Телегу, да, уходят, а теперь еще и твиттер сам себя вот так закрывает, мне кажется, это. На агонию какой-то похоже, но по факту-то вот они уже на стульчик встали, уже веревочку затянули, мылом смазали. И вот когда uh -huh. они это вобьют, это они табуретку из-под ног просто выбьют и повешаются. Потому что ничего хорошего из этого не, вид... не видит, не выйдет, на мой взгляд, просто владика. Ну серьезно, давай. Я хочу прям твой комментарий полный услышать. Я, мне кажется, сейчас максимально был, так сказать, предельно четок и беспристрастен. Ну, я согласен с тобой, не, я с тобой согласен, тем более, что м -м, Twitter, в принципе, они, я даже не знаю, то есть у них какое то сейчас странное направление по поводу вот вообще какое принципе, всех последних, да, по поводу всех остальных изменений, вот, типа увеличение количества символов, которые можно писать, мы уже сто раз-то говорили по старикам, что, ну, нет смысла именно на это обращать внимание, может быть, что-то другое развивать, вот. Но они как-то вот в какую-то сторону, может быть, это все-таки исследования у них так показали, что, может быть, так и надо сделать. Хреново. может ты... мы с тобой не знаем чего-то. Ну, Но пока давай это так, мы знаем стороны. то, что по факту популярность Твиттера падает реально. И ну, даже да, да. не как это принято, не, не, это не сухие цифры, а примерно как mm -hmm. у этих, у наших друзей, да, которые... У меня из друзей никто за Путина не голосовал, значит никто за него. Вот у нас из друзей уже почти никто Твиттером не пользуется, хотя пользовались. Это-то, наверное, показательно, да? Ну, есть... да, да, да. На самом деле, да. Там как-то уже все так... Ну, не знаю. Да. Ну, я не сказал, что там все умирает, но... Ну, ты понимаешь. В телеге сейчас движухи в 100 тысяч раз больше. То есть, э, давай так, есть люди, есть э, социально активные люди, которые где-то реализуются. Времени у них на реализацию достаточно ограничено. Сейчас вся реализация происходит в инсте и в, и в телеге. На мой взгляд, вообще у всех. Даже вот Лебедич пишет, что да, я как бы презираю мессенджеры, но в телеге я общаюсь. Только по срочным вопросам, но тем не менее. Он даже канал там ведет. Наверное, это он сам все-таки ведет. Я думаю, это, ну, это не перепост, это он реально ведет. То есть у людей, у них времени больше не становится, только меньше. Если Твиттер дополнительно еще какие-то палки в колеса ставят, люди просто... Рынок, так сказать, люди, они проголосуют своим рублем, своей рублем. минуткой, да, и просто будут в других сервисах сидеть, и, и все. Тем в Фейсбуке вон дейтинг вводит. Это, это плюс, это не ограничивают просмотр ленты, а дальше за 5 баксов в месяц. А дейтинг реально вводят. То есть через того и гляди, в такси введут, чтобы прямо из Фейсбука такси заказывать. Ну... А Твиттер, наоборот, сам в себе закрывается. Это абсолютно недальновидное какое-то странное решение. В общем, вот, да. Да, согласен. Вот такая вот пауза повисла просто по Станиславскому. Это Станиславский паузу говорил или кто? Да, да, по-моему. Да. Пусть будет по Окей. Ним. Ну что, мы, получается, отдыхаем чуть-чуть? Да, да, мы чуть-чуть отдыхаем, но тоже надо паузу повесить какую-то, потому что чтобы хоть не это... Все. Я уже не знаю, что сказать. Похрен. Ну, мы сейчас погружаемся в дивный мир JavaScript. Да, я на самом деле в него бы хотел по... так же погружаться, как ты в Лебедя. Начало и конец только сказать. Ты знаешь, ты как Жак и в Кусто практически только. Жак, джаваскрипт, JavaScript, Кусто. О, хорошо. Прям Жак, JavaScript, Кусто, это нормально. Синтия Ли нам написала статью на Кемпе. Это, между yeah. прочим, FBI прокомментировал нам. А, встать. да, извините, я, я не для наших зрителей показал, но почему-то не сказал словами. FBI, да, наш читатель, зритель, просто. Может быть, их несколько, может быть, целый отдел. Да, у них один логин просто, они нам предлагают, кто сегодня, сегодня Джон, завтра Смит, кто что, да. Давайте демистифицируем ключевое слово new в JavaScript. Так. Это оператор, который появился в ES6 спецификации, в ECMAScript 6. И забегая вперед, хотя нет, это класс появился в ECMAScript 6, извините, я забиваю вас толку, new и был. Давайте так, что такое вообще парадигма объектно ориентированного программирования? Ну, это такая хреновина, когда мы объекты делаем экземплярами каких-то классов, и они от этих классов наследуют, так сказать, методы, свойства и, и так далее. Вот в JavaScript оно, оно это объектно-ориентированное программирование, реализовано с помощью прототипного наследования. Нет у них напрямую вот этих объектов и классов, потому что вообще другой язык, так уж сложилось. Вообще объект в JavaScript это коллекция, это, ну да, не коллекция, набор. Набор пар ключ-значения. И mm -hmm. неважно какой ключ, будь он там то числовой, хотя по спецификации, например, в JSON обязательно строковый должен быть. А значение может быть и свойством, и с каким-нибудь массивом и функцией и, или другим объектом. Любой примитивный тип или там объект или все что угодно. Вообще, mm -hmm. что у нас в JavaScript есть для того, чтобы создавать объекты? Ну, несколько свойств. Первый, просто мы кудрявые скобки присваиваем в переменную. Вот он первый пример. LET, user1 равно и кудрявые скобки там набор, соответственно, свойств и функций. Name и points это свойство. Инкремент это function. Это метод, соответственно, если мы будем использовать эти термины, слово уже забываю. Мы будем использовать термин ООП, то свойства и методы. Если мы таким образом это присваиваем, то это все, конечно, классно. Но для каждого э, объекта, который мы создаем, нужно будет эту функцию инкремент изменять. То есть мы не сможем ее изменить в одном месте, чтобы она у всех изменилась. Как это делается в OOP. Если мы у класса изменяем какое-то поведение, то все объекты этого класса это быстренько наследуют. Вторая опция в JavaScript. Мы можем использовать метод create э, объекта object. Object create. Э, и погнали атрибуты э, в аргументы. Первый аргумент это proto. Это объект, который должен быть прототипом нового объекта. То есть, грубо говоря, мы там класс указываем. Ну, то есть, это не класс в прямом смысле этого слова, это прототип. Прототип. Почему больше прототип? Это всегда цепочка наследований. То есть, это не объект является экземпляром одного класса, а это цепочка наследований, в которых каждый последующий прототип наследует. Свойства и методы предыдущего. Так вот, object-create мы можем передать какой-нибудь прототип, там, я не знаю, array, который в себя унаследует и методы и свойства прототипа array, также и прототипа Object, которые тоже наследуются у array самого. То есть, ну, по цепочке. Здесь дальше будут иллюстрации, которые нам это показывают наглядно. Кроме этого, второй аргумент, который мы можем передать в create, это объект со свойствами непосредственно. Это опциональный, собственно, аргумент. Вот пример. Let user2 равно object create null. Если мы делаем null, то мы создаем объект в себе без прототипа вообще. То есть у него не будет никаких свойств и методов, которые мы наследуем на самом деле такие вот мета-объекты, да, без прототипа, ну, точнее, они не, не, не мета-объекты, я неправильно говорю, просто объекты без прототипа, это типа так можно вот эмулировать классические классы, да, которые мы в программировании привыкли делать, потому что он пустой, у него уже ничего нет, если мы от него будем наследовать, то будут наследоваться только и методы, и свойства именно вот этого конкретного прототипа. Так вот, user2 равно object create null, и потом user2name, это там cam, points 8 и increment function. Опять же, как, как нетрудно догадаться, любые объекты, которые мы таким образом создадим, в них во всех нужно будет сменить э, increment, если вдруг она изменится. Потому что здесь получается user2 increment function, user2 points++. То есть это не универсальная запись для любого экземпляра, это только для user2 здесь написано, и все. Поэтому mm -hmm. нам нужно какое-то решение, которое будет в, котором, в рамках которого мы один раз изменяем метод и он меняется для всех экземпляров, точнее для всех объектов, которые, для которых первый исходный является прототипом. Первое решение мы можем генерировать эти объекты с помощью функции, допустим, описать функцию Create user которая у нас внутри создает сначала пустой объект с объект литералом, то есть в кудрявыми скобками за -за запихивает в него свойства namepoints и запихивает метод increment, который соответственно для вот этого нового объекта добавляет эту функцию и возвращает этот новый созданный объект. Таким образом у нас в каждом из них будет э -э, экземпляр вот этого метода increment для самого себя. То есть мы его сможем один раз изменить в функции createUser и добиться того эффекта, о котором я говорил, что у нас этот метод изменится уже для всех экземпляров, для всех объектов, которые, для которых прототипом является функция createUser. Хотя функция не является напрямую прототипом, но она создает все равно объекты с одним и тем же набором свойств и методов. Втор... Mm -hmm. Это не очень хороший способ, как здесь пишут, потому что в любом случае функция, которую мы создаем по природе JavaScript, вот здесь increment, она является копией. То есть, к сожалению, она, если мы ее сменим в этой функции, то ну, для каждого из последующих ее все равно надо будет менять, потому что она везде будет генерироваться своя в памяти. То есть она не будет указывать напрямую на одну. Поэтому мы прибегаем к новому решению, это использовать непосредственно прототипную природу JavaScript. И здесь уже та картинка, о которой я говорил, в виде цепочки она сделана, в виде такой цепуры, прям я бы даже сказал. Она нам показывает несколько примеров. Если мы делаем object create null, то это просто объект в себе, у него нет никаких прототипов, он не наследует ничего. Если мы пишем var O равно ID42 name John, то mm -hmm. это э, объект, который мы просто в кудрявых скобках описываем. У него всегда есть прототип object. Просто object mm -hmm. prototype. Если мы описываем массив, то у него вот var A равно John. Это массив из одного элемента John. У него первый прототип это array, а у Array прототип это уже object непосредственно. Ну и там дальше null. То есть, вот такая цепочка, соответственно, от нашего объекта вправо. После, если мы описываем функцию function entity от ID и name, и this, то есть этой же функции в объекту в себе присваиваем ID и name, те, которые нам передали в аргументах, то у такого объекта у нас будет прототип entity. То есть угу. как это? Узел, да, переводится? Не помню точно. А у него уже, соответственно, опять же, объект. То есть все довольно прозрачно. Здесь, опять же, есть под картинкой ссылка, что это все у нас со статьи на топ тел от Диего Кастарины каким-то по поводу как раз прототипных цепочек наследования и так далее. Ну, в общем-то, вот в этой статье это тоже достаточно понятно описано. Поэтому, говорит, если использовать прототипную природу JavaScript, надо сделать так. Мы делаем функцию createUser, которая нам создает пользователя, только уже не через object literal, то есть кудрявые скобки, а с помощью э, метода create э, объекта object. То есть мы делаем let new user object create, Соответственно, передаем ему как аргумент user function. То есть мы создаем объект, у которого прототипом является user function, который мы описали вон там снаружи, чуть-чуть ниже, чем функцию. После этого мы свойством name и points присваиваем те, те значения, которые нам аргументами в Create user прилетели, и возвращаем этого нового пользователя. Зачем мы делаем прототипом user function? Мы это делаем для того, чтобы в user functionе уже на этот раз действительно тут у нас два метода increment и login уже добавился, чтобы поинтереснее, так сказать, был пример. Чтобы мы эти методы изменили один раз здесь в user function, потому что этот user function будет прототипом для всех объектов, которые генерируются функцией CreateUser. И мы в одном месте сменим, и все, поведение уже наконец-то будет вот так, как мы изначально нам вдано было в начале этой статьи. Меняем в одном месте, меняется уже у всех объектов, которые являются экземплярами. Угу. То есть эта статья, она нам просто показывает, как правильно делать OOP на JavaScript с тем поведением, которое принято в ООП ожидать. Когда у нас у всех объектов мы в одном месте меняем методы, если они являются экземплярами этого прототипа, или точнее наследуют э, этот прототип, то у них у всех эти методы, соответственно, меняются тоже. Ну и вот он здесь делает let user 1 create user bob 5. И хоп, и уже метод инкремент у юзера 1, соответственно, тоже появляется, потому что он идет по цепочке прототипов. Так, в самом юзере один нету, у него есть только свойства name и points, а вот если поднимаясь по прототипу мы натыкаемся на user function, у него уже есть эти методы, все, они появляются. Mm -hmm. Так вот статья-то называется "Демистифицируем свойство э, оператор new". Вот solution 3 это мы приходим как раз к оператору new. Что такое, Что делает оператор new? для того, чтобы нам не конфьюзиться. Потому что по факту во всех других языках программирования это конструктор. В JavaScript это не столько конструктор, хотя он, есть здесь часть этого. Оператор new выполняет четыре действия. Первое. Создает объект. Второе. Он привязывает this, то есть контекст, скоуп того, где мы находимся к этому объекту, то есть, соответственно, mm -hmm. это 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 классическая боль JavaScriptа, когда нам вот писал в следующей статье чувак будет ей делиться, что я говорит, каждый раз делал консоль лог this, чтобы понимать, где я, что я и, и так далее. Если просто разобраться с JavaScript, не, на самом деле не будет возникать вопросов, потому что там вполне четкое и понятное поведение, где this перебиндивается, а где не перебиндивается. Просто нужно один раз выучить и все. Понятно, что это не всегда логично с точки зрения других языков программирования, но в общем-то, если просто смириться с тем, что JavaScript он такой, предельно понятно становится. Третий пункт, который автоматизирует New, это он как раз э, создает прототип функции. И, и то есть у функции конструктора прототипом становится proto, э, свойством property твою мать новый объект, который создает функция конструктор, у него появляется свойство proto через нижнее подчеркивание, в который вкладывается э, прототип этого объекта. Это сделано mm -hmm. для того, чтобы э, в случае чего был reference к тому прототипу, который который наследует этот объект. И всегда можно было через свойство proto посмотреть это. И после этого возвращает этот самый объект. На самом деле, говорит, это круто. Почему? Потому что это просто сокращает всю запись. То есть, вот смотри, function user практически точно так же, как в предыдущем примере был create user. Внутри mm -hmm. него мы уже де... только здесь внутри нету object create. Мы его уже не пишем руками. Это будет подразумеваться, когда мы функцию user делаем после слова new. И в этой функции user мы всего лишь делаем this name, то ну, есть свойством name и points присваиваем значение непосредственно аргументов. После этого для того, чтобы нам добавить методы, к прототипу mm -hmm. юзера мы не делаем больше отдельную функцию в которую мы в, в эти методы вносим мы так и пишем юзер точка инкремент такой-то метод логин такой-то метод они автоматически присваиваются абстрактному прототипу юзер но ну, не абстрактному он вполне осязаемый просто мы его никак не называем он будет просто храниться в свойстве прото этого самого объекта юзер который вот вот юзер один мы например здесь создаем и потом пишем let user1 равно new user dylan6. Все, мы еще экономим порядка четырех строк, может быть, пяти, и код более читабельный становится. Нам не нужно уже больше хранить в уме, как называется прототип этого объекта, и ему там отдельно его делать object create, этот прототип. За нас это все будет делать интерпретатор, и мы получаем читабельный код, что у нас есть function user, которая создает объекты юзеров, э, и к их прототипу мы добавляем методы инкремент и логин. После этого будем, опять же, в них один раз менять у прототипа, и у всех, соответственно, других юзеров уже тоже сменится. А потом можем с помощью new сколько угодно экземпляров нас создавать, которые это дело унаследуют. Классно? Классно. Это я сейчас, знаешь, как преподаватели, которые сами задают вопрос, сами же на него сразу же отвечают и выглядят как полный бред. Вот я сейчас это умышленно сделал. Вот. И... Так, сейчас, это же я все из башки беру. А, так, здесь классно, классно. Э, 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 вот разница между свойством прото и прототайпом. А, да, на самом деле оно очевидно. Свойство прото хранится в э, объекте-экземпляре. Мы можем всегда посмотреть, какой у него прототип, потому что он хранится в свойстве прото. А ключевое слово прототайп – это референс к самому прототипу. То есть внутри объекта user будет храниться копия прототипа в этом свойстве proto. А когда мы пишем прототип, мы не к копии, а к непосредственно прототипу обращаемся и для него уже меняем какое-то поведение. То есть разница достаточно прозрачная. Ну и самый последний пункт, четвертое решение. А здесь мы идем от худшего к лучшему. То есть первый solution был все равно говнище, второй уже более-менее с этим object create, третий уже вообще классный с new, и четвертый будет просто mind blowing. Почему? Потому что в ES6 у нас появилось слово класс. Именно класс. Для чего? Всего лишь синтаксический сахар. То есть, что делает? делает так, мы пишем класс user, потом кудрявые скобки. Есть, свой, э, есть функция конструктор. Это та функция, которая выполняется первый раз, когда мы экземпляр создаем. То есть здесь вообще прям ООП, как мы его привыкли видеть реально в других языках. То есть я прям, мне даже хорошеет, когда я это вижу. Я вспоминаю C, C, там, точнее в C-то еще этого не было. C++, C Sharp. Так вот, есть конструктор, в котором мы name и points передаем, и this name, this points, то есть экземпляру этого класса в атрибуты передаем аргументы name и points. А потом внутри этого же кудрявого класса делаем increment и логин и описываем методы. И здесь автоматически происходит биндинг, что это передается прототипу. То есть раньше мы писали userprototeip.increment, userprototype.login. Теперь мы даже prototype. .точку не пишем. Из-за того, что это внутри класса находится, интерпретатор сам просто это делает под капотом. А создание происходит также через слово new. То mm -hmm. есть здесь уже чистейшее OOP с таким привкусом JavaScript, то есть оно все равно другое. И нужно это знать. Нужно просто понимать, что мы здесь пишем одно, а на деле вот создается этот прототип, цепочка наследования, хранится в свойстве прото в экземпляре объекта, чтобы потом, когда вы в инспекторе там где-то это увидели, чтобы вас не сконфузило, а что это такое, а это там, ну, в общем, вы меня поняли. Просто вот э, нужно это знать. Здесь написано, что, в принципе, четвертый и третий solution, они одинаковые, просто в четвертом это тупо синтаксический сахар, это слово «класс», и, ну, код более убористым становится, и более классически ООП-шным. Так что вот, здесь, опять же, подытоживание, что. Слово, оператор new что делает создает объект, биндит к этому объекту, прототипный объект копирует в свойства прото этого объекта, и, соответственно, объект возвращается из функции. Все, то есть, вот такие штуки, а свой, э, слово класс оно еще и делает обертку синтаксическую, чтобы не писать прототайп просто руками. Я поставил синти 50 хлопочков, потому что. Я до этой статьи я бы внятно не ответил, что это за слова. Теперь после этой статьи я это отлично понимаю и это это классно, это здорово. Э, спасибо и FBI, и всему отделу в том числе. Вы молодцы, мужики. И конкретно Малондеру искались. Стопудово, да. Им им отдельное. Спасибо. Следующая тема опять JavaScript, причем уже абсолютно в, в обратную сторону. То есть Опа. если здесь у нас восхищались... То есть, там было как вылезало, как бы, а сейчас влезает обратно. Да, <сёкзывает> стопудово. Там было про то, что ООП это классно, а Джоэль Томс нам говорит о том, что ООП говно, функционально это классно. Такие у нас, ну у нас плюрализм в подкасте столкнулись два мнения. Я вообще, вот я тебе не дал высказаться по предыдущей темке, но я даже не знаю, мне кажется, она не требует высказывания, просто. Мне кажется, абсолютно не требует. Мы, мы рассказали, как, и все как оно. Это точно. Причем я вот знаешь, мы состоим же, да, в чатике подкастеров. Uh -huh. И там наши коллеги из разных других подкастов сидят и фыркают на то, что я не помню, в каком подкасте, я даже сейчас не то, что антиреклама не хочу, я реально просто не помню. В каком-то uh -huh. подкасте просто как зачитывают темки, что-то все и непонятно, нахрена они это делают. И вот yeah. я сейчас себя почувствовал тем самым подкастом просто зачитал темку и непонятно, нахрена я это сделал, да? Но просто <laughs> если вдруг вы, наши слушатели, у вас тоже были вопросы какие-то по нью или по Класс, по вот этим операторам ключевым словам. То я надеюсь, они развеялись теперь. И, а какое тут мнение можно сказать? Классно это или не классно? Ну, блин, классно, да. Почему бы и нет? Всем создателям каких-нибудь библиотек и так далее, это просто поможет сделать исходные коды ваших библиотек более понятными для других людей. И это, это круто. То есть, ну. Да. Так вот, Джоэль Томс, он нам пишет: Как же, говорит, я? сразу открыл для себя любовь, снова открыл для себя любовь к JavaScript скрипту после того, как 90% его выбросил в мусор. Его, видимо, от скрипта все-таки, а не любви. Mm -hmm. «Давайте, говорит, начнем с того, какие у меня были отношения с JavaScript». Я, говорит, с 97-го им пользовался, еще когда это был Netscape Navigator 3, тогда, говорит, JavaScript вообще ничего, кроме хуверов, нельзя было сделать нормально. Но даже это казалось вообще супер, вау, мега. Вот, то есть mm -hmm. я, говорит, вообще-то пожил, я мастодонт JavaScript, -а, и я, говорит, видел, как фреймворки, такие как jQuery, Knockout появлялись на рынке, потом Angular, React, View, я, говорит, это все видел. И эволюция JavaScript а все больше ускоряется сейчас. То есть раньше мы ECMAScript 6 пытались там годы целые доходить он до стандарта, сейчас уже есть седьмой и все говорят о восьмом. Все это mm -hmm. быстрее стало, Тип, много альтернатив появилось типа TypeScript, CoffeeScript, ClojureScript, Elm и так далее. Хотя они все равно все компилируются в JavaScript или транспайлятся, если угодно, но неважно. И вот он, говорит, плохой the wrong path, неправильный путь. Я поставлю 5 хлопочков для начала, потому что вообще-то мне не очень понравилась эта статья, но если сейчас вдруг я изменю свое мнение, по ходу объяснения, то я доставлю еще хлопочков. Вот говорит, э, а если ты, у тебя ухудшится, какая-то вот, кстати, хлопочки? Нельзя хлопочки отнять. Я сейчас тоже об этом думал. Нет. То есть, похлопав раз. А, подожди, нет, есть крестик. Ух, вау, классно. Отобрал хлопочки. <соценно> Так вот, он говорит, что так. мне сначала нравилось объектно ориентированное программирование, когда оно только появилось в JavaScript, но потом, говорит, после того, как я им все-таки попользовалась, попользовался, что-то я его в женский род перевел, Джой. Но или... это прошлое было, попользовалась. Вот да. Я, говорит, понял, что все-таки это была ошибка, потому что я, говорит, пришел со своими C-шарпными, так сказать мыслями пытался такое ООП реализовать в JavaScript, а оно, говорит, не работало. Я, говорит, вместо того, чтобы стараться усираться, я, говорит, просто попробовал функционалку. Просто, говорит, себя заставил его выучить, посмотрел какой-то бесплатный курс на EDX, и мне прям эта новая перспектива JavaScript а открылась. И я новым миром прям зажил. Мой код стал более простым и много... И, как это сказать-то? Реюзабл, Как по-русски? Переиспользуемым. Ну, реиспользуемым, видимо. Не знаю. Ну, короче, можно его было много раз реюзабельным. Можно много раз использовать. Да. Во-первых, одной из характерных черт функционалки является то, что все данные иммутабельны. Если они один раз создаются, то все. Поэтому, говорит, я все вары и леты убрал, оставил только консты. Все, это он говорит о том, как он прибрал свой код, чтобы ему теперь он опять нравился. Поэтому, говорит, все, все, все данные, они внутри функции только остаются и возвращаются, и все. Никаких мутабельных сторов общих, ничего, все, только функционал. После этого он пишет, что отказался от всех циклов FOR. От наркотиков отказался. Но это вряд ли, судя по дальнейшим отказам его, видимо, от них-то все-таки и нет. Uh, он их все циклы for заменил на фильтр, map и reduce. То, что мы уже тоже в этом подкасте обсуждали, эти методы, которые присущи, например, массивам. И все, говорит, циклы, которым что-то дополнительное требовалось, я, говорит, заменил либо на рекурсии, либо на библиотеке, такие как lazy.js. Uh -huh. И вообще, говорит, прежде чем, как бы это сказать, чтобы за 18 плюс не уйти, прежде чем базарить, вы прочитаете еще. У него здесь ссылки на его статьи по каждому, практически из пунктов, от которых он отказался, он написал короткую заметку. Может быть, не короткую, я не открывал, если честно. Я ему верю на слово. Почему именно он от этого тоже отказался? Ну, циклы Фор просто его бесили, как факт. Я не уверен, что это какое-то условие функционалки без циклов Фор. Просто, ну, это бред, так не должно быть. Но он от них тоже решил отказаться, потому что они говно ифы, от всех э, ветвлений он тоже отказался. Потому что большие куски кода внутри if-else конструкции — это прошлый век. Я, говорит, все на функции заменил. Но я, как понимаю, на функции он заменил так. То есть он заменил ифы на тернарный оператор. Тернарный оператор, вспоминая, это когда у тебя условия в скобочках, потом вопросик. И если условие true, вопросик то-то, двоеточие, другое, это если в скобках false. Это вот такой да. опять же, синтаксический сахар вместо ифа. Я вот тоже очень часто его использую, потому что он классный, он понятный. Хотя традиционно по какому-то там стандарту, по-моему, PHP-шному или какому-то там, не надо использовать тернарный оператор, потому что он не readable. Но вот он предпочитает нам. Он такой минималист, видимо. Как он заменил на функции? Видимо, он внутри условия сделал функцию. И, соответственно, на true сделал функцию и на false. И у него три функции, разделенные вопросиком и двоеточием. Но это, причем я, опять же, я тоже в каких-то моментах я так делаю. И это даже и прикольно. То есть реально, у меня есть функция if user has там что-то, которое, соответственно, возвращает true или false в зависимости от входных данных, если там тут это... И, соответственно, функции user do говно и user do дерьмо. Это будет два варианта развития событий, если if user has что-то true и false, так сказать, соответственно. Действительно, все ifы заменить на тернарный операторы. Это, это, прикольно, это здорово, но, конечно, все функции должны быть названы говорящие, чтобы сразу было понятно, что, что за что, что-что делает и они должны быть pure functionами, которые... Я не помню, что делают pure функции, В чем их отличие? по-моему, они не... Ну, то, что они ничего не меняют, это само собой, ни на что не влияют. Они получают одно значение, возвращают другое. То есть они, по-моему, другие функции не вызывают. Во, я вспомнил. Pure functions — это те, которые не вызывают другие функции, а они только делают какие-то обсчеты, просчеты операции с данными, там, фильтруют массив или что-то еще. Хотя, если вызывать фильтр внутри... Это, наверное, тоже вызов функции. Но, может быть, они не вызывают именно самописные функции, а дефолтные можно. Не знаю, поправьте меня в комментариях, я настаиваю. Я хочу, чтобы вы меня прям выпороли JavaScript своим, потому что я искренне хочу его потом лучше вас всех знать. Rip Switch. От свечей он тоже решил отказаться. Во-первых, говорит, я не очень-то их и использовал, а во-вторых, опять же, пусть лучше функционалка их заменит. Причем есть такая функциональная библиотека Ramda, как и Low и ты ее подключаешь, и там просто уже очень много методов описано за тебя. То есть там, а в том числе по работе с данными, с объектами, с массивами, чтобы тебе самому не городить это, ты берешь, подключаешь рамду, делаешь R. Там, говно, и уже за тебя говно давно написано, более оптимально и так далее. Так вот, и, соответственно, он пишет, что есть оператор cond, видимо, conditional, то есть который реализует, соответственно свечевое поведение. Я сейчас перехожу на документацию рамды, иду к методу cond, почему-то у меня не редиректит, очень долго у них документация грузится, видимо, ее Роскомнадзор заблочил, причем частично. И это, соответственно, внутри нее как раз куча if которые друг с друга следуют. То есть он не против if элсов религиозно вообще их не использовать, а он просто их видеть в коде у себя не хочет. И то, что он ради этих ифов элсов подключил целую рамду, ну, как бы ее много сейчас кто подключает, так -то это тоже один из стандартов де-факто, хотя у нее версия 0.25.0. То есть она даже не, типа еще не в релизе, так как обычно вечная бета. Mm -hmm. Вот. Но то, что внутри рамды и элса его в принципе устраивает. Ну, устраивает, так устраивает. Мне тем более насрать. В общем, так он похоронил и свечи в том числе. После этого он отказался от всех this. -ов. Ну, то есть, this это отсылка к тому объекту, откуда это все вызывается, ну, кроме там стрелочных функций, которых нет у своего this. -а, они берут this из, ну, из того места, откуда их описывают, соответственно. Но, ухо аж зачесалось. От таких этих он от, от, этого везде отказался, потому что, говорит, чтобы вот не было стейтов никаких, зачем используется this? Для того, чтобы получить какие-то данные из того объекта, из которого мы это все дело там вызываем, или данные, или опять же метод, или что-то еще. Он, поскольку он супер функциональный пацан, он решил, что это все не нужно, что должно быть все immutable, никаких данных к объектам не должно быть прикреплено, все должны просто возвращать функции, исходя из входных значений. Ну, да, почему бы и нет, То есть это позиция, в том числе большинства функциональщиков. То есть, я напоминаю, эта статья, она практически отрицает предыдущую, но, ну и, собственно, вот он здесь пишет, что вообще объектно ориентированный дизайн, он не нужен. Это, говорит, слишком сложно. И самое главное, говорит, в JavaScript это просто хреново. То есть, опять же, к чему мы, к чему мы привыкли в c Есть модификаторы, типа private, public, internal, protected. То есть методы и свойства, которые наследуются, которые не наследуются, которые можно вызывать только изнутри этого объекта, ну и, и так далее. То есть я думаю, кто в курсе, тот в курсе, а кто не в курсе, сейчас хрен объяснишь. Хотя вроде объяснил, постарался, что вызываются либо либо только изнутри этого объекта либо из наследуемых объектов этого класса насрать. В общем, он говорит, в JavaScript это коряво реализовано, что нас сам язык подталкивает использовать функционалку, а не ООП. Поэтому говорит, мой код это теперь коллекции pure функций, которые организованы в ECMAScript 6 модуле. И вообще эти все функции составляют другие, более сложные функции, просто из-за того, что он их там друг с другом связывает и так далее. И в основном, говорит, еще и большинство функций — это просто лямбда-выражения, которые сразу же возвращают какое-то значение. Без, без, без прелюдий. Сразу что-нибудь обсчитывают, возвращают значение, и все. Поэтому, mm -hmm. ну, крутой чувак, вон он там на фоне какого-то моря сфотографировался, причем почему-то он смотрит не в кадр, а над куда-то кадром. Это как, знаешь, есть люди, которые когда селфаки бомбят, они не в объектив смотрят, а они смотрят на экран, и поэтому mm -hmm. у них такое выражение лица смешное получается, как будто бы они куда-то вниз чуть-чуть смотрят. Я вот всегда, когда селфаки бомблю, я смотрю в камеру для того, чтобы было ощущение, что я смотрю в кадр. Что ты вот mm -hmm. на мой селфак смотришь, и я тебе в глаза прям смотрю. А не то, что я куда-то в бок смотрю, и ты такой думаешь, что у меня там на губах что-то, что, -то, что -то там крошки какие-то, он на меня так смотрит. Вот что без, без этого. Вот он сейчас смотрит как будто у меня крошки. Причем на правом ухе, потому что он куда-то вправо-вверх туда смотрит. И лучше бы он просто в камеру смотрел, и все. Ну, э -э не будет ему больше хлопочков. Десять поставлю, и хватит с него, потому что... Я не очень функциональный пацан. Это, мне кажется, это опять же от темперамента зависит. Давай вот подумаем. Я, конечно, уже для наших зрителей открыл нашу следующую тему, чтобы они, видимо, видели, так сказать, что их еще ждет. Но вообще, вот есть же там системный, да, тип личности, там, который все любит систематизировать. Есть там набор. Вот мне кажется, ООПшники это как раз системный тип личности, которые любят, что они все по полочкам, они там любят разбирать там какие-нибудь, опять же, стеллажи, там, медиатеки, какие-нибудь упорядочить, да, вот, например, как я. А есть люди, которым это просто неинтересно, они от монотонной какой-то работы просто блюют. И они, вот, может быть, они функциональщики. Я не знаю. Это опять же, это равно. Той моей теории, да, когда. Э, ну, не теория, а моему предположению: скорее, что люди, у которых более сложный системный склад ума, они любят более тяжелую музыку не в плане именно тяжести, там, что там, супер гитары, блюют в микрофон и так далее, а просто э, по тяжести раскодирования. То есть какая-нибудь супер органная классическая музыка, она тоже на самом деле тяжелая для восприятия по сравнению с каким-нибудь хип-хопом. И вот да, здесь что-то такое же у меня около научный псевдонаучный бред. Вот что думаешь по этому поводу? Мне, мне кстати, интересно, почему у нас никто в комментариях не высказался. То есть вроде бы тема-то прикольная, и мы это на прошлом или на позапрошлом подкасте э -э, рассуждали про музыку, короче, и про то, что как тяжело раскодировать. Но никто нахрен не написал про это. Типа мое мнение вот, чуваки, вы неправы или вы правы, вы всем пофигу, как будто или не дослушали до этого места. Или все раскодировали, очень тяжело, видимо. Видимо, знаю. да. Видимо, обсуждение этой темы тоже очень сложное было для раскодирования. Вообще, скажу в защиту Кости Гончарова. Он в чатике написал мне об этом. Причем в общем, mm -hmm. там, где ты не увидел. Потому что он там еще да. написал, что ты пидор после этого. Что я лох. да. Он мне написал, что типа, блин, прикольная теория у тебя, но ты что-то ее как-то не раскрыл. Вот бы целый подкаст послушать только про эту теорию. Вот что-то в таком духе он написал. И, и, конечно, сейчас, и сейчас, вау, типа, быть типа это было в попыхах, что типа мы это уже в конце в прошлый раз обсуждали. Полу никакие в 4 утра и, и типа ему не хватило. Знаешь, как вот это? Чё то не хватило. Не хватило, да. Вот, да. Нет, вот не ему хватило. не хватило. Ну, вот, и я думаю, что теория про функциональщиков тоже в принципе имеет место быть, но ее бы раскрыть на весь подкаст А то не ну, хватило. Не хватило, да. Ладно. Тогда давай следующий раскроем. Там, Идем я дальше думаю, меньше. Эту мы раскрываем по полной. Это научпоп у нас. И науч-поп он у нас смотрит сейчас не в звезды, а прям в попу. Вот как науч-поп. Вот реально. Это круто. Э -э тема называется так: Как в Древнем Риме обходились без технологий туалетной бумаги? И здесь чувак, он туалетыч. Он как бы, видимо, исследует пол по полный, как вытирали жопу. И он говорит: Я не буду говорит, сейчас останавливаться в статья на том, как вытирали жопу в, например, в каком-нибудь там в Средневековье, потому что на самом деле туалетная бумага появилась с 1890 -го года, только та самая, в рулонах имеется в виду. Может быть, она раньше была листами А4, но в рулонах она появилась с 1890 -го года, а потом там уже, ну, разные компании подхватывали, и только э, в 1920-м следующая компания другая уже, не самая первая, которая сделала, а другие чуваки, они начали делать супер мягкую вот эту бумагу. Которую я, между прочим, так и не понял. Которую между прочим, да. Ну, в общем, мягкую бумагу только начали в 1920-м делать. Соответственно, понимаешь, то есть индустрия туалетки, в принципе, не такая уж и старая. Вот. А уж в Древнем Риме там вообще про это не слышали, не знали. И там, в принципе, были такие же толчки, как и сейчас. Общественные туалеты конкретно. Вот здесь чувак рассказывает, что эм, эм, в какой-то момент вулканом одним накрыло, м, короче, кусочек, кусочек э, римской империи, скажем так. И <с после того, как его накрыло, он законсервировался там. И сейчас раскопки ведутся и находят достаточно, ну, толчки, в которые все еще можно ходить, скажем так. И вот здесь вот короче общественный толчок на фотографии который, ну, мне кажется, нарушает интимность сидения в толчке, потому что посмотри на нее, здесь нужно было прям сидеть, мне кажется, за ручки надо было держаться. Ну, можно было, да, причем, знаете, в той картине, типа, бог передает Адама, там, где они пальчиками соприкасаются, они так же, один сверху, один снизу пальчиками соприкасаются и сидят. Да, да, пальчиками соприкасаются, да. И в тот момент была очень удобная, наверное, хреновина на палке. Такая губка, которая... Ну, да, действительно, губка привязана к обычной палке абсолютно. И вот ей вытирали жопу. И представляешь, короче, самое что тупое, это что все одно и то же вытирали. То есть заходишь ты, короче, в общественный толчок, вот в такой. Садишься с кем-нибудь ручкой, значит, сначала держишься, ножкой. Разговариваешь с ним, а потом палкой после него еще и вытираешься. Такой, Ты ну, палку палкой, передай, а палкой. он говорит, да? Да-да, палку передай, такой палкой с губкой. И это, естественно, повлекло за собой череду болезней, которая передавалась при помощи вот такого вытирания, естественно. Но, тем не менее, девайс существовал, и вот такой девайс, видимо, нашли, раскопали там. Он называется Терзориум если что. Я, да, я, я ждал, когда ты это название скажешь, потому что это прям прикольно. Да. Терзориум. Ну вот, короче... И вот терзают тема потом об этом... сомнения смутные после того, как он терзориумом воспользуется. Нет, тебя терзают смутные сомнения. Снять ли губку и просто одной палкой уже не терзают тебя. Ну да, там кто-нибудь, я думаю, пристрастивался и уже потом без губки с ним Думаю, что археологи даже снимали, которые потом нашли. Причем там один толчок сломан, вообще-то. Там... Между прочим, да, есть здесь еще такие интересные факты, такие как вот, например, вообще в Риме было очень сурово. И там, знаешь, например, мочу. Так, хорошо. Ее как бы... Ты ходил в утку специально, ну, в смысле, в горшочек. Потом этот горшочек, не вари, который... Его сливали в одну большую бочку рядом за домом, чтобы это все... Представляешь, как это все ароматы какие были, ванили. Ароматы ванили. Так вот, короче, а потом это все сливали, не, не сливали совсем, как бы, в каналку, а это относили в прачечную, в прачечную, и стирали в моче вещи. Потому что она, естественно, обладает вот этим амиаком и т.д. и т.п. Все, что отстирает. То есть, в принципе, чуваки, вы можете попробовать, если у вас дома сейчас нет стиралки, вы начинающий фрилансер, начинающий JavaScript, попробуйте в моче постирать свои вещи. Я думаю... Я думаю, нормальная тема. Сразу на собеседование вас возьмут. У меня два рефа небольших. Во-первых, первое. Это доктора Попова достойно все. Это прям вот можно не пить, можно отливаться. А второе, просто есть люди, которые каналку каналья называют. Все, конец. Вот в канале не сливали это. Короче, интересная тема. В принципе, предлагайте нам такие, потому что всегда интересно отсылки какие-то к истории, как раньше жили, как римляне тем более были достаточно образованными, в принципе-то. И они были такой цивилизацией, которая на шаг была выше, на голову выше, чем остальные в то время. Возможно, и в сейчас, в наше время. Мы все еще террориумом не вытираем. Поэтому скидывайте обязательно. Прикольно. Популярные Давай комментарии. Это смешно. Брал палку, подтирался, промывал ее уксусом или соленой водой прямо тут же в туалете оставлял для следующего посетителя. А у нас 2К18 даже смыть за собой не мог. Жестко, жестко. Окей, э, житуха пошла. Давай. Идет житуха. Э, ой, ой. Робот нам предлагает темку. Да, тем, я вспомнил ее. Она отвратительная вообще. То есть я ее всю, конечно, прочитал. Но вам да я ее еще ты рассказываю... переносил вроде как сто раз, да? Да, она, она с прошлого раза. Мне арты очень нравятся этой темки. Это вообще то, что зацепило мой взгляд. И если бы не эти арты, я бы никак в жизни это не взял, потому что кому? Здесь мы видим высотников в касках и только один из них чувак, причем он мне Парфенова почему-то напоминает. А все остальные роботы. Yeah. Статья. А она... Почему интересно, он один чувак? Он какой-то супер кибер чувак, который уже у него кожа есть? А, нет, ну, на самом деле статья о том, что все всех нас скоро заменят роботы на работах. А, -а, а, я понял, я понял, он последний из рабочих. Да, кто он остался? просто последний, кто остался из реальных людей. И у, у них у роботов у всех уже, причем они тоже темно. Яблочки кто-то, у кого-то ланчбокс, у кого-то что-то еще. Но он единственный ест, хотя нет, он самый правый робот тоже бутерброд ест. Видимо, уже роботы все будут мочь в тот момент. Нам э, чувак, он по Илону Маску, он говорит mm -hmm. о том, что Блин, не, не, если это, мы. Кстати, сейчас... тоже, это, кстати, тоже предложена, кстати, тема роботом Васи, если честно. Да, да, я, это я сказал. Это а, было, ну, было. И ты причем это даже сказал. У тебя уже ну, провал в уже, памяти в пятиминутном пределе, уже, да. Я уже упоролся, да. Э, так вот, нам этот Кевин Драм говорит о том, что. Кевин Бейс еще в конце будет. Это Кевин Драм. Hold а, your color. О так, о ну и что? Он нам говорит о том, что Ничего мы не можем сделать, только подчиниться. Нас всех роботы заменят, даже самых творческих людей, потому как он как... Ладно, это, это заводочка, что нас всех заменят роботы, даже самых творческих, потому что, блин, роботы это типа круто, и они все равно научатся все делать лучше нас. И это только вопрос времени. Причем из-за того, что это политическая статья, здесь все сводит к тому, что это все из-за Трампа. Что вот О -о -о. демократы, они нормальные, они вот борются с искусственным интеллектом и они не дадут отобрать наши работы. Здесь, к сожалению, все к этому сводится. Вот, ну, но допустим, мы попробуем окей. с тобой, независимо от окраса красно-синего говорить, да, мы не будем ни демократами, ни республиканцами. А мы и не можем быть, потому что мы с тобой даже и не в той стране, в которой мы можем быть. Да, да, мы можем только сбоку, так сказать, наблюдать. Мы коричневые здесь или желтые, да, я даже не знаю, как, какие именно. Как коричневые, это мы в прошлой теме были. Да, да, тогда теперь как желтые. В общем, его пугает Кевина драма, что вот раньше, говорит, даже переводчики, да, были дерьмовые. В смысле, ну, там, Google Translate, вот это все, именно роботы-переводчики. А сейчас, говорит, они классные. И они реально, типа, сейчас крутые. И я, говорит, вот э, не сильно это замечал. То есть, я, ну, я знал, что их постоянно улучшают, и что вчера там он переводил как говно, а сегодня чуть лучше. Я, говорит, это не связывал с тем, что там какой-то качественный ска скачок. А, говорит, я что-то вот вник в новости, и было сказано реально, что в Google Translate какой-то момент был прям по безумной эскалации, очень хороший качественный скачок. И прям сейчас переводчик очень крутой. Прям вот космически крутой. Кстати, я mm -hmm. тоже тут недавно помогал жене переводить там какую-то хреновину для учебы про mm -hmm. агрономию. И действительно, Google переводчик неплохо справлялся. То есть, конечно, я его корректировал. Просто... Почему я пользовался Google переводчиком, оправдаясь? Потому что там были всякие специфические термины, типа высадки, посадки, там растений, там посевная, зимы и прочие вот эти штуки. Uh -huh. Вот, но, я да, я приходилось корректировать, но он очень неплох. И я опять же, ну, я подумал, ну, ну окей, что, ну, работают, совершенствуют. То есть, ну, очевидно, что есть целый отдел там, который работает над Google-переводчиком, и они на месте-то не сидят просто так. Вот, но вот тут э, Кевин говорит, что, ну, он приводит ссылки. То есть да, это не пальцем в небо, это он приводит ссылки, где отчитываются прям, что там новый uh -huh. машин-лернинг-алгоритм, и со временем он только лучше будет, причем сам автоматически. То есть какие переводы принимают, такие будут более использоваться и так далее и тому подобное. То есть он uh -huh. сейчас пугается того, что софт очень сильно лучше становится с прям вот большими шагами. И это еще один пример. Просто, говорит, по бреду, говорит, сижу и думаю, а почему вот ластики, то есть вот эти резинки, да, которыми стирать карандаш? No. Почему они розовые? И почему не черные, там, не, не, не белые, а вот розовые. И, и я такой думаю, что? спрошу у Гугла, достаю телефон, окей, okay, Google, почему ластики розовые? Why are erasers pink? Он спрашивает. Mm -hmm. И, говорит, полсекунды проходит, и Google мне отвечает именно то, что я хотел. То есть, э, вообще-то, говорит, что вы не впечатлились? А вот должны. Потому что представьте, говорит, а вдруг он подумал, что певица пинг? Или э, еще pink — это проклят, может перевести. To be pink — быть проклятым. Это, видимо, на жаргоне каком-то и так далее. что ластики прокляты? Да, вот, то есть он этого тоже, ну, таки, такого бреда Google... Это, ну, это Google... Кто там у них? Google помощник? Google One? Или как это хреново у них называется? Неважно. Я, говорит, прям испугался. За полсекунды мне реально отвечают прям на мой вопрос. Ну и, говорит, вообще-то, чтобы вы знали, там какую-то примесь, э, вулканический пепел добавляли в ластики, потому что он абразивным нужным эффектом изначально обладал. И от этого был такой цвет в Италии. И поэтому с тех пор просто ластики розовые стали делать. Потому что mm -hmm. уже по UX мы привыкли их таковым видеть. И говорит, что, говорит, все еще, что ли? Нет, не впечатлено. Ну, тогда вот, робот Роберт, э, блядь, Роберт. Робот Ватсон выиграл э, раунд в Джо э, Парди, Джо Перди. Что это за игра, я не знаю. Давай попробуем Гуглануть, Я сейчас на Нью-Йорк Таймс перехожу. А, своя игра, понятно. Роберт Ват... Робот Ватсон выиграл свою игру целую. Mm -hmm. И это, говорит, причем... Раньше, говорит, чтобы играл вот в эту игру робот, компьютер занимал целую спальню. А сейчас уже просто коробочка одна выигрывает. Это, говорит, 7 лет назад было. То есть за 7 лет кардинальный скачок, просто жесть. И все, вот он боится. Он говорит о том, что ладно это. А в прошлом октябре Uber, а их подразделение именно дальнобойщическое, доставило 2000 ящиков бадвайзера из Форт Коллинса в Колорадо беспилотно. То есть робот доставил груз. Казалось бы, дальнобойщики. Они там умно, логистически что-то продумывают, что-то делают. Все, не надо, робот уже даже в Топливо, робот сливать не будет воровать, будет ехать ровненько, без рывков, без говна, спокойненько, и все будет нормально у него, типа. Поэтому, Ему говорит, даже не надо будет останавливаться спать там со шлюхами. Вот да, я тоже хотел сказать, что со шлюхами. Если бы ты не добавил, я бы обязательно добавил. То, с которыми они в Фейсбуке замечились, естественно. Да, это, да. Так вот, говорит, даже только вот одна индустрия беспилотных автомобилей, 5 миллионов работ сразу теряется. Это, видимо, только по Америке, он говорит, потому что в мире, я думаю, все-таки больше дальнобойщиков, чем 5 миллионов. Я думаю, да, по Америке. И это, говорит, вот если мы только подумаем про вот ну, какие-то вещи, которые вот уже прям сейчас, здесь и сейчас, это, говорит, вот, ну... Это, это уже вот на кончиках пальцев. Понятно, Будущее что? рядом. Да, понятно, что такие вещи, как там... Художники или управляющие компании роботы это все-таки чуть-чуть ну, подальше в будущем, но в общем-то уже нужно ссаться в штаны от страха. Здесь... Ну, наконец-то ссаться в штаны. Я просто ждал этого момента. Ждал этого момента с 5 лет, да, или когда ты последний раз ссался, ты не сознаешь. Да, как это с 5-то, ну ладно. Главное, чтобы не с 25. Так вот, здесь есть график, у них небольшой по экспоненте растет, типа искусственный интеллект, как? что вот в 2035 году у нас будет одна десятая человеческого мозга, а в 2045 все, уже полный э, искусственный интеллект. Ну и, говорит, здесь... Э, э, я, говорит, не призываю бояться, что роботы нас захватят. Насрать, говорит, даже если не захватят, они всю работу у нас отберут. И это, говорит, глобальная проблема, с которой предстоит столкнуться человечество, это куда деть людей, как их задействовать. И вот этот, говорит, переходный период, он будет очень болезненный. Потому что сама система еще мира, мироощущения, она не перестроилась, а люди уже начнут терять работы вот прям существенно, особенно вот первоначальные, там заводчане все, там вот водители, кассиры, что-то вот такое, более физический труд, который менее умственный, уж простите меня, если нас слушают кассиры, заводчане или таксисты, или там водители, вот, но это, к сожалению, просто факт, да, то они, эти люди уже массово начнут терять, они стан, будут становиться людьми второго сорта, они у них не будет работы. И прежде чем мы все потеряем работу и все будем равны перед роботами, конечно же, нужно будет каким-то образом вот этот болезненный этап прожить всему человечеству, не отдельно взятой стране. Ну, он здесь предлагают какие-то варианты, типа там сделать для тех производств, которые используют роботов, налоги 90% по прогрессивной шкале но говорит с учетом того что эти роботы они не будут требовать никаких затрат они будут работать 168 часов в неделю и так далее это типа будет окупаться хотя на самом деле обслуживание таких технологичных роботов я думаю тоже в копеечку влетит и это все в реальности будет не так как вот он здесь конечно говорит это все равно какая-то популистская статья мне кажется какой потому mm -hmm. что он так плавно переходит к тому что вот а вот демократы с этим борются кстати а вот если вот вы за нас проголосуете, то этого не будет. Что как-то даже и вот смешно. Ну, он здесь рассматривает мифы по поводу того, что да, типа там, все равно ни хрена не получится. Ну, он пытается каждый этот миф раздолбать, говоря, опять же, без 18+. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Здесь прикольные картинки, прикольные гифки. И в конце мне нравится картинка, где робот в костюмчике такой типа вылезанный подает человеку, который уже сидит и побирается, просто потому что mm -hmm. уже все. Роберто Парада напис... нарисовал все эти картины, написал эти... Надо, короче, по его мнению, готовиться к революции искусственного интеллекта. И это прям вот те вызовы, с которыми предстоит человечество столкнуться. Скажи, что ты думаешь, Никита? В принципе, да, но знаешь, прикольно, что будет: mm. это будет же начинаться не во всех странах сразу. Ну да. Возможно, да, когда-то американцы поедут к нам в Россию за работой, понимаешь? Они такие, блин, нас, короче, уже заменяют роботы максимально, и вся Россия наводнится просто американцами. Потому что у нас тут вот работа будет все еще. Потому что у нас еще нельзя будет ездить на беспилотниках, потому что у нас дороги еще не позволять будут. Это точно. Вот. И все еще нельзя будет, короче, кассира заменить роботом, потому что будут на кассе все пиздить. Да, у робота будет просто ведро по Скайриму на голову надевать. И, и да, и все у него забирать, это точно. Поэтому посмотрим еще, как это будет происходить. То есть фиг его знает, какие изменения произойдут, качественные и количественные в народе. В количестве народа тоже хрен знает. А возможно, китайцы, знаешь, тоже, у них же тоже, может быть, у них будут роботы. А их-то вообще много. Куда они поедут работать, это уже вообще другой вопрос. Ну, в общем, я склонен очень скептически к таким популистским статьям относиться, особенно когда там демократы фигурируют. Это уже как-то вообще прям зашквар. Поэтому, ну не знаю, посмотрим, поживем, увидим. Это, это, кстати, не научпоп, это житуха. То есть это уже больше про то, просто как мы к этому относимся, чем про то, что реально так будет. Да, ну и последняя тема на сегодня, э, uh -huh. это мы уже раз начали немножко про Америку, то американские копы, кто они? Мы. Я просил просто лоббировал эту тему, чтобы она была как-то в подкасте. И вот она, собственно. Короче, здесь чувак, который детально. Как вот чувак, который в позапрошлой статье про толчки подземные. Про так. толчки, короче, исследует. Этот про американских копов. Вообще про копов. Не, вообще про американских копов конкретно, как я понял. И он, у него есть какие-то подвязки там, общения, в общем, с копами, с реальными из Америки, короче. Поэтому он практически у них там выспрашивал, узнавал, то есть, ты хочешь говорить, сказать, будущее. Артем Мазанов он не перевел какую-то статью, а это его именно, так скажем. Да, вроде как, это прям вот его труд. Ну да, я вижу, что в разделе блоги просто, ну, вдруг это и перевод. Но ну, да, нет да. ссылки на перевод, поэтому, видимо, это он. И он пообещался еще, что будет еще писать про LAPD конкретно, уже про NYPD и про SFPD, соответственно, mm -hmm. про именно про городские mm -hmm. э, поли, mm -hmm. полис департменты. Но здесь он в общем рассказывает, здесь он в общем рассказывает и говорит, кто вообще эти крутые парни там полицейские, вот в таком вот стиле статья, mm -hmm, кто mm -hmm. они вообще такие? Причем он часто сбивается просто с одной темы на другую, чтобы просто круто нам, интересненько было. Mm -hmm. вот, не говорит, потому что я, он тип... просто дурак и повествование держать nee, нормально я не может. Чтобы интересненько а, было, ну ладно, да. ладно, пусть будет говорит, интересно. Говорит, типа, я, говорит, многие у нас вообще не знают, что типа, вот что вообще в полиции Америки происходит. И вот, говорит, давайте, чуть-чуть фактов прикольных. Вот, например, у полиции штатов есть свои особенности. Звания не присваиваются за выслугу лет. Для повышения с ранга офицера требуется пройти немалое количество тренингов и сдать экзамены. Супругам запрещено работать в одном департаменте. Представляешь, то есть тебе нельзя быть в LAPD вместе с супругой. Она должна куда-нибудь в NYPD уехать, короче, в жопу. Вот. И там работать. Вы будете иногда встречаться где-нибудь в Вегасе, знаешь, под наркотиками. Да. Вот. При переводе из одного департамента в другой у офицера слетает послужной список. То есть, если ты, опять же, тебя перевели из NYPD в LAPD, ты такой, все, ты не можешь по похвалиться уже, что ты там 10, застрелил 10 чуваков каких-нибудь там, знаешь. Особо опасно. Подожди, ты уверен, что департамент это именно... Локация. Это не внутри, там ты был в убойном отделе, а стал потом, там, я не знаю. Слушай, а может же. быть, это такой департамент? Может быть, да, может быть, ты правда, что это если тебя из отдела нравов опять же, в отдел поджогов перевели. Ну, это так, это себе. опять же, это вот просто мне. Хотя, вот в LAPD и NYPD последнее слово это D, это ди партмент. Я, я вот тоже подумал. Это, в, это вопрос, но... это непонятно. Ладно, давай. Ну, дальше. кто шарит в американской полиции, может быть, напишет. Да, вот такой США Артем полиция, тогда и шарящий, если он так написал, что больше вопросов, чем ответов. Значит, согласен. я сейчас под детектив. Эта история нам дала больше вопросов, чем ответов. Чем ответов, да-да-да. И вот мы вот так сидим с тобой, короче, уже тоже пончики хаваем. США полиция условно делится на следующие категории. Федеральная полиция. Это которая отвечает за поддержание правопорядка обеспечения безопасности, создание безопасных условий, в которых федеральные органы могут осуществлять свою деятельность. Э, полиция штата, соответственно, э, полиция города и самое вкусное, самое вкусное, приготовьтесь внимание, шерифы. Самые Ой, лучшие ау. люди. Но это те самые чуваки, у которых все-таки шляпы с, с такими полями, М -м -м. и у них свои тачки отдельные, и у них на тачках есть такие штуки, как у нас на шестерках такие зубцы, только у них посерьезнее, чтобы прям натягивать оленей и каких-нибудь чуваков на... Этих на пикапах, чтобы прям можно было им э, полицейский разворот делать на своих тачках. Шерифские тачки, это вот те самые, короче. Причем здесь э, расписано, ш, какие там округи входят, э, ну, точнее, кто. Сотрудники, работающие в офисе шерифа. А представляешь, у шерифа, вот ты представляешь, представь себе, ты же э, Breaking Bad смотрел, считай? Ну да. Вот, представляешь, пыльная такая местность стоит, одна такая, знаешь... Из картона сделанная, хреновина. Офис шерифа такая, представляешь, да? Угу. Он, ну, короче, гипсохи, бедный но. туда приезжает, кладет свою вот эту широкополую шляпу вот эту вот. Да. Наливает себе из такой вот кофеварки, с раной кофе с утра. С капельной, я понял, да. Да-да-да-да-да. Все, дел ни хрена нет, потому что, ну, то есть они есть, как бы, но делать их можно и не делать, как бы, потому что, ну, да, варят мед, как бы, у нас на, на, в часть. но они же делятся, как бы, баблом, понимаешь? Вот, знаешь, да, 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 все схвачено. Вот. Вроде. Все, и, короче, у него, в, в зависимости от... Сотрудники, работающие в офисе шерифа, могут иметь одно из следующих званий, в зависимости от округа. Депутат шериф, шериф полис или шериф офиса. Вот. Соответственно, сколько ты зарабатываешь? Сколько бабла вообще зарабатывают? Вот тебе интересно, сколько зарабатывают э, американские полицейские? Ну, давай, я подыграю, скажу, что интересно. На самом деле, ну, мне больше интересно, сколько программистов зарабатывают. Но, допустим... Но я думаю, что наравне... Хотя хрен знает, на самом деле, наравне с полицией. Мне казалось, что полиция в Америке должна много получать. Но вот я смотрю: вот, короче, базовый оклад сотрудника департамента при поступлении в полицейскую академию. Это в ту самую, где тупые шутки. Помнишь, полицейская академия? Вот, Отлично когда вполне, именно да. где вот там нагибается раком, жопа там рвет, штаны, вот да, там вы, они да, получают все. за год за год, внимание, за шуточки 62 с лишним тысячи долларов. Ну это мало. Это просто, ну, реально мало. Программисты там по 150 зарабатывают, ну, да. и еле согласен, концы с концами согласен. сводят. Хорошо. А давай тогда сразу. Оклад полицейского второй классификации, то есть уже такого повышенного классного, уже который получил Ну, уже вышку. Нет, уже пончики начинаются. Без тупых шуток уже пончики. 72 с лишним, но 73, по сути, тысячи. Угу. Да не, намного да, больше, чем э, в Академии, где он шуточки с, шутит. Согласен, это конкретно да. лос-анджелесский. Почему-то в Лос-Анджелесе не очень много получается. Там, видимо, халява. Там тепло, мало убийств, э, мало риска, короче. Возьмем полицейского департамента Нью-Йорка. Стартовая, стартовая зарплата для офицера полицейского департамента 42,5. А вот оклад офицера уже, который у него стаж 5 лет, он уже 85 кассиков получает. То есть в Нью-Йорке за, за шутки почти не платят. Там это как бы ну, не котируется Там вообще шутки в Нью-Йорке, да, отметаются. А вот когда ты уже реально можешь спокойно зайти э, в этот, как его, какой там опасный-то, не Бронкса, как он? Гардиан в Гарлем, да, когда ты в Гарлем уже можешь зайти, потому что 5 лет от пончики отхавал, угу. 85 касиков. Эм, полицейский департамент Сан-Франциско до хрена получает, сразу скажу. В Сан-Франциско, видимо, тяжелая ситуация, возможно, там Нет, там, просто, возможно, нет, там, там жизнь дорогая, то есть там же просто аренда квартир дорогая а, ну и, и все, да, просто ну и жизнь. житуха. Такая. Да, конечно, житуха дорогая, трамвайчики ездят, тяжело вверх подниматься. О -о -о. Э, 83 тысячи баксов стартовая зарплата в год. И 115 это уже практически программерская зарплата такого джависта такого. Джуниор Java Junior mm -hmm. программиста. Mm -hmm. э, ну, возможно, даже медла э, зарплата офицера после 7 лет службы, 7 лет оторвали. Между прочим, я сейчас я или пропустил, или нет, по-моему, дальше будет. Бедные сотрудники полиции, они реально, короче, у них очень маленький отпуск. Вот, допустим, в Нью-Йорке только после 5 лет службы у тебя есть э, отпуск в 27 оплачиваемых дней. То Дела. есть э, это до свидос. Если сравнивать с Сан-Франциско, там вообще 10 дней оплачиваемого отпуск за 5 лет оттарабанить. тарабанить. Э, то есть, короче, чуваки очень мало отдыхают в полиции Америки. Надо просто это признать. То есть у нас ты просто пришел, и ты уже по дефолту через полгода свои начинаешь просить... Как 14 кобыл просит. Дней, да. да, начинаешь по две недели. А тут пацаны с жетонами, короче, бегают. И пончиками. И им отдыха вообще не дают максимально. Как стать офицером полиции? Ну, понятно. Например, департамент Лос-Анджелеса он разбирает. Что понятно, что полицейская академия, шуточки, Вот. Куча-куча. Я вот это все читаю. Я недавно читал, короче, статью. Сейчас быстро отскочим, хоть и без 10-3. Да, похоже. Мы в этом подкасте больше. Есть, короче, такой... Знаешь есть такой режиссер, Ларс фон Триер. Конечно. Такой режиссер. Конечно кино и телевидение, ну, кино да просто. да и он э, снял кино, э, которое вообще всех очень сильно поразило вот недавно, то ли на канском фестивале, то ли на каком-то он там, он еще короче супер неуважаемый чувак его хейтят на, на канском фестивале, но на каком-то короче он такой типа троллингом занимается, короче mm -hmm. он снял кино про маньяка, серийного mm -hmm. маньяка американского, э, фильм называется, он выходит в ноябре что ли, фильм называется дом, который построил Джек что ли, что-то такое mm -hmm. Короче, это про реальную личность, про реального маньяка. Он снял фильм, ну, немного недостоверно, но не суть, просто очень жестокий. И, в принципе, фонтрейер, он снимает всегда жестокое, такое, знаешь, э, прям грязное, такое противное кино. Mm -hmm. Ну, это его фишка, это его прикол, как бы... Вот. Кто-то любит, как бы, ну, в общем, это такое, вызывающее отвращение моментами. Mm -hmm. И, короче, здесь вообще прям совсем отвращение, до свидос. и там прям вышли, короче, люди, с, вот они прям выходили, и 100 человек покинуло зал, когда он показывал в премьеру, ну вот, представляешь, вот этим всем накрахмаленным чувакам, угу. в галстучках, в бабочках, точнее, да, и в, бабочках, в очках, да-да-да, в, в бабочках, в смокингах, в очках, ты они, выходили да, зала, ты и да, да, они выходили из зала, да-да, они выходили загорелые морды, выходили из зала, сказали «отвратительное кино», не смогли смотреть, короче, фон трейдера. Он, возможно, улыбался, орал и письку еще. Он, он, он так и хотел. Ну, он он себе, опять же, сейчас Понимаете, даже мы, это... пацаны, из Ювеб дизайна обсуждаем, понимаешь, конечно, это же конечно. дикий пиар. Это новость. Самое главное, эта новость, она разлетелась вообще максимально. Ну, так, то есть, это пиар так для вот фильма да, максимально. Да, да, это я просто это супер говорю. пиар. Да. И, короче, я к чему все? Я к тому, что я читал просто статью про самого этого маньяка. И про реального, в смысле. И он спокойненько, между прочим, там, ну, манечело реально там мочил, короче, чуваков до свидос, там, 15 на нем убийствовали, ну, может быть, uh -huh. больше даже. Uh -huh. И, короче, он спокойно поступил э, в полицию. То есть э, проверка на психологическую какую-то вот, вообще, на стабильность. То есть я не хочу сказать, что у них там плохо проверяют. Это на стабильность, ее путечка собеседует просто. Так, <Complex> да, да. То есть, представляешь, <с>... вот у нас в полицию достаточно сложно попасть в нашу, в российскую. У нас вообще Во чуть в армии ли не по связи. <с>... Ну, в армии служить там, да, да, куча всего. Вот. Но у них, вот, представляешь, чувак, который, ну, потом стал маньяком, впоследствии он <с>... использовал многие вот эти навыки, э, которые даются вот в Академии полиции. Ну, не в смысле, первый, <с>... А mm -hmm. в смысле, <laughs> в том смысле, что подготовка, которая проходила, это дополнительно ему дало как бы какой-то подготовки на убийство. Ну, как бы, ты понимаешь, физически mm -hmm. там ну, и так ну, далее. Я, да. я понимаю, конечно. Он, он конечно, чтобы его еще мало поймали, он думал как коп. Поэтому думал он, как коп, как, да, да. И я, я вот у меня, к этому у меня вопросы, то есть, а вот вообще как попасть... Полицию это нормально у них там? Ну, то есть насколько? Это надо целую статью писать, насколько там их проверяют психологически. Психически. Там, мне Тест. кажется, минимально вообще. То есть, да это, у них это ничего сократного. У них это просто ну работа вот. и все. Хотя, и, вот, например, чтобы ты понимал, к гоблину... К нему приходил чувак Михаил, я не помню фамилию. Да, и тут, тут и кстати, он... приложили этот ролик в конце, в комментариях. Да, да, да угу. причем там он не один был, там прям много роликов, и там даже потом был момент, когда он отвечал на вопросы именно зрителей, и там тоже он подробно отвечал, рассказывал, что, что и как, и там... Угу. Он, он, кстати, как раз в Лос-Анджелесе работал, под Лос-Анджелесом. То есть он uh -huh. именно к сельской полиции относился. Шериф, ну, не к шерифам, а как-то именно полиция округа, или что там он говорил. Депьютис какой-нибудь там. И там у них полная вакханалия по поводу того, что вот в одном округе прям вообще хорошо живут они а в другом там финансирование не доходит до людей, и там прям совсем все плохо. То есть та, и там нету вообще никакой внутренней... То есть нет такого, что глава МВД России приказывает всем. Кого? А в хрен там не ставят. У них каждое свое, так сказать, самоуправление. Каждый департамент подчиняется только себе. И там они еще не любят друг друга. И там если, типа, в другой штат кто-то там сбежал то те специально ржут, там не выдают этого преступника, только чтобы насолить. Mm -hmm. Ну там, там просто ну как-то... Он рассказывал mm -hmm. именно в... Причем он не то чтобы жаловался, то есть он полностью отслужил и ушел на пенсию. Вышел в отставку. То есть все, у mm -hmm. него нету никаких ни обид, ничего. Он просто рассказывал как есть. И он, конечно, про разные случаи рассказывал. Про дедовщину, по-моему. ну То есть там не пикник вообще. Мягко так сказать Ну не пикник, да. Да, да. Ну вот, значит, э тут всякие тонкости, чувак немножко скатывается в тонкости, как там полицейский показывает какими пальцами, что тут куда бежать. И пальцами как... крестится. Да, 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 да. Ну мы не будем на этом останавливаться, на самом деле. Про церемонию он рассказывает, церемония выпуска, там, это. Они то, не то. Церемонятся, и... как правило. Да, Разницы. и короче говоря, вот только после всей этой долгой академии ты становишься полис Officer One. Обычным чуваком, над которым все ржут, короче, в отделе, к которому представляют чувака, который над тобой ржет и максимально. Ну короче, тебе говорит: сынок, ты просто не знаешь. Вот так mm -hmm, вот. Я понял, да. Э, то есть к тебе полис офисор 3, например. Представляет, короче, все. И ты постоянно говоришь: да, сэр, нет, сэр, по классике. Сэр, конечно, максимально всем. Потому что ты, короче, значит, никто просто. Это после того, как целую академию вот эту поржал, там пердел. Вот, полицейский ван. Короче, все. И становишься новичком, и начинаешь уже вот продвижение по своей вот карьерной лестнице, уже конкретно в полиции. Что еще? Здесь есть абзац про применение силы со стороны полиции. Э, типа, у них реально очень сильно стреляют по целям, mm -hmm. так скажем. И у них здесь действительно вот цифры приведены, что чуваки, ну, 987, ну, практически тысячи человек за 2017 год полицейские хлопнули. Mm -hmm. Вот. Э, у них там есть свои определенные директивы, когда они начинают стрелять. То есть, условно, там, если чувак... Э, несет угрозу там жизни, здоровью и так далее, если там он, допустим, убегает и нес жизни и здоровье, ну, такой серьезный чувак. То есть они причем не стреляют э, по конечностям, там, не, просто на, сразу же на поражение. Нет, до, там в сразу в сердце, смерти. в голову, да, у да, них там да. это все четко. Он, кстати, тоже это у Гоблина рассказывал, говорил, что там реально четкие директивы. И только к карману потянул, все сразу в сердце стреляешь просто и все, потому что это угроза сотруднику полиции абсолютно без разговора. Мы, говорит, конечно, в каких-то моментах да, мы были человечные, и как бы ну, там, если это какой-то там пацан, то мы как бы это, пытались что-то это, но, говорит, бывали случаи, когда просто ну надо было надо было валить ну вот да и здесь небольшая статистика среди убитых полицейскими э, важно 19 безоружных афроамериканцев всего угу. 68 безоружных людей всех национальностей 735 человек были вооружены огнестрелом или ножами 28 подростков вот возможно все из подростков были вооружены огнестрелом или ножами Опять, и я. были афроамериканцами но да. с россией нельзя говорить сравнение потому что нет статистики типа 46 полицейских было убито в 2017 году. То есть достаточно убивают. Они не просто там ходят, их валят. Вот. Ну, церемония похорон, понятно, здесь, там, со всеми максимальными почестями. Типа, ты можешь вообще быть полностью спокоен, если ты полицейский, тебя похоронят максимально круто, там, вообще, до свидос. Слабое утечек. Тебе, конечно. Тебе, конечно, это уже, да, нахрен не надо будет, но тем не менее, да. Ну, здесь еще немножко абзацик у него про преследование, что очень красиво выглядит, очень сильно отрепетирован, очень классно поставлено, все, как они преследуют на тачках, конкретно, угу. людей. Полицейские развороты, те самые из GTA, все угу. это производится, идеально. Они тебя развернут еще и заблокируют тебе дорогу и вообще полностью. Короче, угнать, говорит, от них никак нельзя, у них там все это отточено максимально. Ну, скорее всего, еще супердвижки какие-нибудь, такие от Chrysler, опять же. Ну, чтобы, опять же, как GTA, да? Да, чтобы... Полицейская них... тачка летит просто. Вот-вот, да. Да, ну и все, вот такое Господи, небольшое не погружение. Забанят, сейчас я включил видео, фу, нахрен, лучше выключу. А то потом это опять будет вообще до видос переконвертировать, что-то замазывать. Не, извини, перебил. Да. Ну, короче, ну все, собственно, вот такое небольшое погружение в копов Америки. Mm, ну, неплохо погрузились. Кстати, по комментариям, ты говоришь, вот никто не комментировал по поводу... По поводу чего? У меня уже тоже провала в памяти. <coughs> По, по поводу, поводу музыки и да -да -да -да, да 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 комментировали по поводу что мы в прошлый раз забыли темку обсудить, хотя может быть обойку и... обойку да, может быть и а не забыли там дорога была очередная, но в общем в этот раз точно вот не забываем давай очередная я... дорога я в телегу скидывал тебя. я видел я открыл сейчас для себя здесь мы видим мы видим пейзаж очень красивый. горы леса травка такая классная и такой достаточно мрачный дом, двухэтажный, с третьим таким этажом, крышей такой пологой, или как сказать, наоборот. Наоборот, а ну, такая. Слушай, все равно и достаточно пологая, Бывает и покруче. Ну да. Да, и сараем, и такой хреновенькой подниматься еще деревянненькой, которая мне очень напоминает из Ведьмака, там, где подниматься да, к оборону. Да, барону. да, да. Почему? Не знаю, почему. Короче, наш подкаст, наш подкаст, это. Ну, хочется сказать, что дом, но будет так банально, что хочется сказать, что забор, если честно. А вот подожди, смотри, вот дом, да, а справа от дома, типа какой-то микронавесик. Это либо тепличка вниз уходит, землянка, да, либо вижу. в подвал уходит. Вот это либо наш подкаст. Либо еще один дом, возможно. А, слушай, либо, да, это может быть, Ниже там, в, на холме просто, да. Потеченье. Ну вот давай тогда наш подкаст это тот дом. Вот тот дом. А этот дом это, <laughs> это наш, наш подкаст, которого не было. Это заброшенный дом. Вот. Это заброшка, Он... да. Это тот, который был бы на той неделе. Yeah. Ну, смотри, ну вот в, в, пред, в подножье гор очень красивых и агрессивных этот дом стоит. Это подкаст веб-стандарты, я думаю, вот эта гора вместе с Макеичем. Yeah. Они как бы вот недружелюбно в, в возвышаются над всем сообществом айтишным. Тайгой, yeah. вот она айти-тайгой. А мы тут так поссать вышли, что называется, в этом доме. Наши слушатели, они перед э, веб-стандартами, они у нас останавливаются. Мы им теплую койку делаем там. И все хорошо. Греем постель, конечно. Греем горе. постель, да. А потом они уже дальше, конечно, к веб-стандартам никуда не деться. Это просто мастодонты, опять же, российского подкастинга. Вот да, такие дела. Да, да. ладно, будем э, прощаться. Подписывайтесь на нас везде. Вы все ритуалы знаете. Лайки, звездочки, колокольчики, комментарии. Mm -hmm. Все, все mm -hmm. как, как мы вас просим обычно. И на Патреоне нам денег тоже дайте. Просто дайте денег. Че вам, жалко что ли? Даже не буду пытаться вас уговорить как-то по-другому. Там стикеры какие-то. Просто дайте денег, пожалуйста, не впаду. А мы уже увидимся <къех> через неделю. С вами был Тормознутый. И как? Давайте, пока.